Итак, добрый вечер. Mark, you didn't start recording. You're telling them so many things. Do you want to record? I turned the recording now. Oh, okay. The recording is on, and I believe it's the best time to start the Varnamo. I just to tell two words. So, значит, в 2012, кажется, году в сообществе индийских профессоров я обратился с вопросом, что у меня есть проблемы с древнеиндийскими глагольными корнями. И на мой вопрос откликнулся один человек. И этот человек сейчас перед вами. А откликнулся этот человек, потому что она не могла понять, что это имя не женское. То есть Уша подумала, что я женщина, и исключительно поэтому она откликнулась на мою просьбу. Поэтому не только вам мое имя кажется странным, оно кажется странным, в общем, где бы, куда бы я ни отправился. И когда Уша уже включила камеру, в тот раз, когда она позвонила, было уже поздно. То есть она уже сделала недопустимое, то есть женщина стала разговаривать просто мало того, что с мужчиной, так еще и черти знает откуда. То есть она уже нарушила все заповеди, и уже было поздно. Ломать больше было уже нечего. И вот тогда я познакомился с Ушей, когда она случайно подумала, что я, в общем, мужчина. Вот, значит, этому я обязан знакомиться с Ушей. А сейчас мы прослушаем дважды алфавит, и я вас прошу, значит, выключите свои микрофоны. Надеюсь, что все вы умеете это делать. И попробуйте, ничего не понимая, на слух повторить за уши алфавит два раза. Хорошо? То есть ничего вам понимать тут не надо. Просто выключите микрофоны, потому что иначе мы перебьем ушу. Потому что в зуме чей звук громче, тот и его забирает. В общем, выключайте все микрофоны, я тоже выключу свой микрофон и попросим тогда уши сейчас процитировать дважды. So, Usha, I believe the time is right. Even if they will run away and will never hear anything else, they have received the Varnamala, and whatever else happens, it should not be of importance. Thank you. I'm sorry for my bad voice because of all this. Your bad voice, you know, is like 10 times better than my best voice. So whatever it is, I mean, we are ready and happy to listen to you every time. What I wanted to ask, Usha, maybe you could give a sample of what a shloka is like, any shloka, just like the general idea, I mean. Should I say that you would try to recite a shloka? Anyone you would like to? Yes, yes. Okay. То есть смотрите, значит, вы получите, как бы, я считаю, что даже если вы больше никогда, и, в общем, мы не свидимся, вы получили алфавит.
Это самое драгоценное. Все остальное, что вы за все годы приобретете, будет второстепенно по отношению к алфавиту. Алфавит уже у вас. Поэтому, в принципе, уже можно уходить. Вот. Но если вы останетесь, то, значит, я попросил Ушу. Значит, есть такой стихотворный размер, а все в санскрите завязано на стихотворных размерах, которым написано вся Махабхарата, Рамаяна и тому подобное. То есть есть один основной стихотворный размер. И если вы его выучите, то вы выучите почти все. 98% всего, что есть в санскрите, написано в этом стихотворном размере. Поэтому, если вы хотите, чтобы это звучало здорово, то, что у вас будет получаться, то, пожалуй, вот овладеть этим размером вам придется. Да? Значит, тогда просто сейчас послушаем, ничего повторять не будем. Usha, then please, maybe twice, like the normal speed and the slow speed. And what would you want to recite? Subhashita Udyamena Hi Siddhyanti. Udyamena Siddhyanti. Let it be. Then let me first give them still the text. I will try to give the text because maybe someone would want to follow with the eyes. Right. It's the first shloka of our Subhashita. Right. Значит, у нас есть сборник древнеиндийских изречений. Он доступен бесплатно. Вы можете скачать любой. И оттуда Уша процитирует сейчас первую субхашиту, первое изречение. Я вам все-таки дам текст. Я подумал, что, может быть, кто-то будет испытывать дискомфорт от того, что он слышит и ничего не понимает. Я хотя бы дам вам для глаз зацепку. Буквально секундочку, постараюсь сейчас найти. Это Ушина любимый афоризм. Угу. Так, я вам дам и в Деванагари, и в транслитерации, и дам русский перевод. Итак, я вам посылаю в чате. Угу. Увидели ли вы текст? Да, это изречение, да? Всем видно, да? Угу. Сейчас я включу зарядку. Just a moment, I will turn on. Ну что, готово? Диди, please. Yes. Okay. Удьямена хи сиддьянти карьяни на манорадхайхи нахи суптасья симхасья правишанти мухе мригаха. Удьямена хи сиддьянти карьяни на манорадхайхи нахи суптасья симхасья правишанти мухе мригаха. Dhanyavad, I believe for today it's enough. Thank you so much. Nice to see you all. All the best. Wish you all the best for your classes. Happy learning. Это была сладкая пилюля. Ну, а теперь начнутся суровые будни. Уж очень здорово рецитировать. Я объездил всю Индию в поисках такого голоса.
С 2004 года я искал человека, который будет рецитировать санскрит, обучать моих учеников. Потому что обычно в Индии рецитируют таким противным козлиным голосом, что это вызывает отторжение, значит, а не привлекает. Вот. Поэтому уж это какое-то исключение. Она из брахманской семьи, она тоже кандидат филологических наук, как и я. Она, как и я, написала работу про глагольные корни. У нас не одна страсть глагольная. Вот, она тоже санскритолог, но, тем не менее, помимо того, что она санскритолог, она еще здорово рецитирует. То есть, например, в Индии, если бы вы решили написать кандидатскую работу про санскрит, а вам пришлось бы ее писать на санскрите. То есть... В Индии невозможно написать кандидатскую про санскрит не на санскрите. То есть, если вы думаете, что санскрит помер, и мы тут занимаемся неким как бы бальзамированием, значит, это не совсем так. А вот в Европе, например, не бывает кандидатских на латыни. Вот раз в 10 лет бывает. Вот раз в 10 лет. А в Индии каждый год десятки работ защищаются по санскриту, на санскрите. Да? То есть Иуша как раз вот живой носитель вот этой традиции. Вот. То есть по воскресеньям 10 часов, где-то на час времени мы вот погружаемся в рецитацию, потому что в обычных занятиях я не смогу уделить должное время вашему произношению, потому что если я каждый раз буду поправлять ваше произношение, то мы не то что письменность деванагари, мы ничего не сможем пройти. То есть как бы это отдельная дисциплина. Да? То есть произношение – это шикша, это отдельная область знания. Мы с вами будем приближаться к вьякарани, то есть к грамматике. Вот. А по воскресеньям мы занимаемся чхандасом и шикшей, то есть стихотворными размерами и рецитацией. У нас бывают занятия по четвергам, когда мы разбираем имена Вишну. Мы занимаемся там нируктой, то есть этимологией, то есть тем, как устроены имена. То есть у нас есть разные занятия. Вот то, чем мы будем заниматься по вторникам, в частности, это будет грамматика. Но есть отдельные направления. Да? То есть мы переводим ригведу, разбираем гимны, про избранные гимны из ригведы. Мы разбираем хитопадешу, рамаяну, махабхарату. То есть у нас есть разные направления. В общем, начну сейчас с самого начала. Значит, зовут меня Марцис, это имя. Значит, мое отчество, значит, Юрьевич. Поэтому письменно можно просто обращаться. МЮ. И я сразу пойму, что вы помните, как меня зовут. Значит, фамилия моя Гасунс. Вот эти вот С на конце, вот Марцис, Гасунс, вот это как раз санскритские окончания. Вот в русском языке они отпали, а в литовском и латышском они остались. А так как родители мои латышско-литовского, латгальского происхождения, то окончание моего имени – это просто окончание именительного падежа. Вот эти «с» – это просто чистый санскрит, если хотите. Вот. Поэтому я не во всех падежах Марцис, но в России последние 20 лет, конечно, я перманентно Марцис. Но, в общем, это окончание на самом деле. Вот. Значит, да, я в 2002 году переехал из Латвии в Москву и поступил в Литературный институт имени Горького в Москве, который я окончил в 2006 году со специализацией «Литературный работник». Я... Что еще я? Я одновременно с занятиями в литературном институте ходил на занятия сперва на занятия Натальи Павловны Лихушиной. Это был мой первый учитель санскрита. Я занимался санскритом дважды в неделю студентом третьего курса. Вот. И за год мы прошли учебник Кочергиной.
учебник, который мы с некоторыми из вас пройдем за 2 года, то есть занимаясь 2 раза в неделю, мы его прошли за год. Но занимаясь 1 раз в неделю, мы его пройдем за 2 года. За 1 год я прошел учебник санскрита Веры Александровны Кочергиной. Это, так сказать, один из наших патриархов московской санскритологии. Да? То есть есть несколько разных школ санскритологии. Есть московская, а есть петербургская. И между ними мало пересечений. Вот когда в Петербурге хотят защититься до 70 лет кандидатскую, едут в Москву. Потому что в Петербурге средний возраст кандидатской – это 75. Вот. То есть до докторской никто не доживает. Соответственно, поэтому есть 2 разных подхода. Московский и петербургский. Я носитель московского подхода. Он более мягкий, он более человеческий. Значит, он про людей. Вот. Значит, а от петербургского плачут даже лошади. Вот, то есть это сразу сурово, то есть как бы очень высокие требования. Да? То есть надо быть психически готовым к унижениям, чтобы выдержать этот подход. Да? То есть как бы это просто разные вещи, как бы нам это не близко. Вот, поэтому я буду учить, как учили меня. То есть мягко, нежно, медленно и постепенно. Значит, за 2 год обучения у Натальи Павловны я прошел «Руководство Бюллера». Это книга, изданная в 1923 году по образцу немецких учебников. То есть мы санскрит будем изучать, как его изучали в 1883 году в Вене. То есть никакие новые методики, технологии и прочее нас не должно смущать. Мы будем это делать, как в прусской гимназии середины XIX века. В общем, инновации нам чужды. Вот, мы ретрограды. Значит, за 2 года я прошел эти 2 учебника и попал на занятия к Андрею Анатольевичу Залезняку. Я жил на метро Университетская, напротив филфака. И как-то раз случайно узнал, что Андрей Анатольевич возобновил занятия санскритом. А разные годы он преподавал разные языки. То литовский, то иврит, то арабский, значит, то персидский. А попал я на санскрит как раз. Вот в тот год, когда я узнал, и попал на санскрит. И, собственно, с тех пор, как собственно, началось мое погружение в санскрит. То есть первые 2 года это было знакомство, а вот погружение началось потом. Вот. И, собственно, я напросился к Андрею Анатольевичу писать работу о глагольных корнях, состав и строй древнеиндийских корней. Так называлась моя работа. И в 2014 году в Институте языкознания в Москве я защитился. И вот с тех пор издаю еще больше книг, чем прежде. За 12 лет я издал 18 книг по санскриту. И считаю, что нет другого пути для изучения древних языков, кроме как по бумажным источникам. Последние 15 лет я занимаюсь развитием компьютерной лингвистики, что означает, что я знаю, как включить компьютер и что с ним можно делать. Но с точки зрения методологии изучения языка не считаю необходимым на ранних стадиях привлекать компьютер, а считаю его, наоборот, вредным. То есть мой опыт преподавания, который исчисляется, наверное, уже каким-то количеством сотен учеников, говорит о том, что компьютер и санскрит несовместимы. Ну, то есть мы используем максимум того, что допустимо. То есть я не нахожусь рядом с вами, но все остальное, в общем, под запретом. Электронные учебники – это зло. Иногда зло необходимое, но зло. Потому что я никогда не забуду глаза ученицы, которая полгода пыталась заниматься по электронному учебнику, а потом увидела бумажную книгу и расплакалась.
потому что поняла, что часть ее страданий были избыточны, и их можно было как бы уменьшить. То есть я, конечно, принесу боль, но боль эту надо уменьшать, ее не надо умножать. Потому что до этого момента вы были свободными людьми и занимались, чем вы хотели и когда хотели. Вот. Санскрит – это такое болото. Знаете, я в 2004 году думал так. Значит, выучу санскрит, потом персидский, потом арабский и закрою эту тему. В 2004 году я приступил, или в 2002 году я приступил к изучению санскрита, и я до сих пор не могу оттуда выбраться. Я учил и персидский, и арабский, но я уже не мог выбраться из санскрита, и полноценно уже никогда я никаким другим языком заниматься не смог. Я полиглот, изучал много языков, но санскрит забрал меня, я увяз. Поэтому я об этом писал, но не все читали. Я об этом говорил, но не все слышали, что если вы можете не изучать санскрит, если у вас нет внутренней непреодолимой потребности, то не изучайте его. Потому что если вы один раз начнете, вы уже не сможете бросить. Поэтому бросайте, пока не поздно. Я бросить потом уже не смог. И не предупредить вас не могу. То есть как бы быть нечестно. Поэтому вы можете послушать эту сказку, отнестись к этому снисходительно, значит, в общем, свысока, и понять, что вам как бы и жизни и так есть чем заняться. Потому что, значит, выучить санскрит невозможно. Это я уже понял. Самое лучшее, что с вами могло бы случиться, это утонуть в санскрите. Но это надо еще заслужить. Поэтому сперва придется поплавать. Точнее, поболтыхаться. Поплавать сразу не получится. Ну, то есть, в общем, я вас брошу в воду, посмотрю, как вы тонете. Значит, если вы утонете, то как бы не обижайтесь. Но если вы всплывете и начнете хотя бы собачкой грести к берегу, то через 2 года я вам обещаю, что вы сможете заглянуть в Бхагавад-гиту, и она посмотрит в вас. Вы в нее, и она в вас. И будет некая взаимность. Вот взаимность я вам гарантирую. То есть на самом деле для того, чтобы просто читать, не понимая, достаточно 6 недель. Вот через 6 недель вы сможете читать и не понимать. Ну, например, это очень достойный результат, и я хотел бы, чтобы те, кто вот боятся санскрита, хотя бы поверили, что вот эта часть возможна. Письменность Деванагари можно освоить за 6 недель. Если вы тугодум, то можно немножко отойти, еще 2 месяца самому погонять и потом куда-нибудь примкнуть. Вот это на случай, если совсем все плохо с вами. Бывали санскритологи, которые с первого раза спотыкались об письменности. То есть люди, которые сейчас занимаются профессионально санскритологией, изначально споткнулись об письменности. Поэтому не надо думать, что что-то с вами не так, если Деванагари с первого раза вдруг не зайдет. Есть люди, которые боятся Деванагари как китайских иероглифов. Но у нас их гораздо меньше. В общем, и бояться их нечего. Я знал человека, который изучал Деванагари 2 года. Он изучал по 1 знаку в неделю. Значит, по-моему, это настолько медленно и печально, что вот с такими скоростями это просто невозможно. То есть чуть быстрее надо, да? То есть как бы скорость, которой я иду, это средняя скорость. Это и не быстро, и не медленно, да? Вот, то есть начинаем мы с Деванагари. Значит, я учился санскриту академически. Да? Что означает, что преподавать я тоже его буду академически.
То есть как в университетах? То есть, значит, ну, как бы вы пройдете тот же курс, как его проходят в университетах. И я надеюсь на самом деле, что, возможно, даже к концу этого года мы получим лицензию на образование. Я не исключаю эту вероятность. Возможно, это чуть затянется, но на самом деле мы идем к тому, чтобы стать университетом. То есть тот спектр, как бы, то есть то количество преподавателей по разным дисциплинам, что мне удалось собрать, это больше, чем в большинстве университетов мира. То есть нам получилось сделать то, чего за последние 2000 лет мало кому удалось сделать. То есть в России есть такое количество, и даже не только в России, но русскоязычных преподавателей, которые могут дать все необходимое в рамках прям-таки университетского курса. Да? То есть это не просто посиделки по вечерам. То есть это полноценная учебная программа. Она может быть в рамках грамматики, вьякарана, например. Да? Это вполне достойный путь. В университете, например, никто никогда не читает красиво стихи. И тем не менее их выпускают из университета, они получают пятерку и как бы все довольны. Вот. Но мне удалось собрать людей разных направленностей, разных дарований. Поэтому это можно расширить, а можно оставить в этом вот изначальном виде. То есть мы проходим Деванагари, и к началу осени вы сможете и писать, и читать. Да, собственно, это наша задача минимум. Научиться читать и писать. А потом вы можете пойти на все четыре стороны. Ежели вы не испугаетесь, то мы приступим к грамматике. И закончится это через 2 года. Иногда дети успевают уже зачаться, родиться и, значит, подрасти, а мы в нашем учебнике успеваем дойти до середины. То есть вот всякое такое бывало, то есть как бы быстро тут ничего не будет. Быстро не будет, тут нужно терпение. Да? Насколько у вас есть способности к изучению иностранных языков, не имеет никакого значения. Например, Наталья Павловна, мой первый учитель санскрита, английского не знает. И ничего, справляется. Меня интересует только одно ваше качество. Ваша усидчивость. Если усидчивости нет, то разговор короткий. Вам может это нравиться и все прочее, но если нет усидчивости, то ничего не получится. То есть вы должны ровно сидеть на попе. Какое-то количество времени. Не дрыгаться. Вот если вы сидеть умеете, значит прорвемся. Если будете дрыгаться, ничего не получится. То есть ваши таланты не имеют здесь значения. Точнее, кто-то из вас раскроет в себе талант к языкознанию, а кто-то не раскроет. И это не имеет значения. Важно одно – усидчивость. За 20 лет я видел… Я неспособного к санскриту человека еще не видел, но трусливых видел и тех, кто спешили, видел. В общем… Что еще? Я, значит, начинал преподавать в университете, и, как я вам уже говорил, на первое занятие пришло 72 человека, на второе занятие пришло 15 человек, а закончило пятеро. Пятеро человек закончило в Новосибирском государственном университете мой первый курс в 2007 году. Потом я понял, что на зарплату университетского преподавателя я могу купить железные коньки в конце учебного года. И это, конечно, похвально, но я понял, что позволить преподавать в университете может себе только человек или очень состоятельный, или без семьи. В общем, как бы в нормальном виде в университете выжить невозможно.
в Санкт-Петербургском университете преподаватель санскрита получает 14 тысяч рублей в месяц. Иногда 12. И это не просто выпускник, там, магистрант. Это человек, который мог бы быть профессором. То есть высший пилотаж. Таких людей по стране 5 человек, скажем. Вот такие у нас зарплаты в университетах. И когда я понял всю печальность этой ситуации, я конечно... Вот я, например, готов сейчас попробовать снова преподавать в Воронежском государственном университете. Я готов. Есть вещи, которые я не делаю, которые я делаю просто потому, что мне хочется, чтобы академическое востоковедение в России развивалось. И иногда я даже готов доплачивать для того, чтобы иметь возможность преподавать. Да? То есть разные такие вещи получаются, что вот университеты, они как бы, они за вот те 20 лет, что я в России, они пришли в упадок. После ухода Веры Александровны распалась кафедра сравнительного исторического языкознания на филфаке МГУ. Ушли почти, ну сейчас вот в этом году, вот месяц тому назад уволили последнего способного преподавателя из Восточного факультета Санкт-Петербургского университета. То есть академическая санскритология в России пришла в упадок. Она вышла из стен университетов, но сейчас там ее уже не найти. Я надеюсь, что это не всегда будет так. И среди вас, я надеюсь, что среди, допустим, что из 500 учеников один продолжит преподавание санскрита. И есть люди, которые, я хочу надеяться, смогут это продолжить. То есть, например, вот у нас есть студент первого курса философского факультета МГУ, и когда начал изучать санскрит, он понял, что он совершенно зря поступил на философ, что в философии нет ничего интересного по сравнению с лингвистикой. И он готов перевестись теперь из философов в филологов. Потому что само изучение языка настолько интересно, то есть не изучение языка ради того, чтобы, а просто само изучение языка. Чертовски интересно. Значит, да, и родился под Ригой, переехал в Москву, преподавал в Новосибирске, переехал в Краснодар, сейчас живу в Обнинске. Да, значит, я преподаю санскрит и издаю книги. Когда мне было 14 лет, я думал, что всегда должны быть какие-то комфортные условия для того, чтобы чем-то заниматься. Ну, то есть, если у тебя условия некомфортные, то это оправдание того, почему ты вот этим не занимаешься. И это я к сегодняшнему своему положению. Я нахожусь посреди ремонта. Полчаса назад перестал, значит, шуметь перфоратор. И я даже не могу показать ни одну книгу, которую я издал за эти 15 лет, потому что ни одной книги у меня нет под рукой. Но я вас прошу поверить на слово, что я издаю книги, что я не всегда нахожусь внутри стройки, но это к чему? Что если вы хотите изучать санскрит, то нет такого препятствия, которое вам помешает. Вот когда вы захотите санскрит так, как вы хотите в туалет, то не будет ни одного предлога, почему вы им не занимаетесь. А пока будут предлоги, вы будете его откладывать. И я вас не призываю начинать изучать санскрит в этой жизни. Вообще легко. Вообще. Я вас не тороплю. Это ответственный шаг. Потому что начать-то вы можете, если начнете, придется продолжить. Есть люди, которые возвращались 7 раз потом. И 7 раз бросали и возвращались. Поэтому не доводите до этого. Или вы начинаете и делаете, или не начинаете. Так, что еще? Значит, у нас не будет никакой эзотерики, кроме той, которая будет раскрываться внутри вас, когда вы будете, например, цитировать алфавит. Потому что не знаю, как вас, когда я впервые услышал алфавит, у меня все внутри замерло. Потому что по мне сам алфавит санскрита, он уже совершенная структура.
В 19 веке, в начале 19 века, когда немецкие языковеды познакомились повторно с устройством санскрита, это привело к тому, что зародилась современная лингвистика. То есть современное западное языкознание в том виде, как мы его знаем, зародилось благодаря тому, что мы заново открыли для себя древнюю Индию. То есть 2500 лет тому назад в Индии было сделано то, что еще 80 лет тому назад в Европе понимали с трудом. И первое, значит, что изучали в Индии, это язык. То есть чем бы вы в Древней Индии не занимались, первая дисциплина и единственная дисциплина, которая объединяет всех, это вьякарана, то есть грамматика. Но грамматику в Индии начинают изучать рано, в возрасте 8-10 лет. И на грамматику уходит 12 лет. Мы с вами начинаем поздновато. Поэтому идти по индийскому пути у нас нет времени. Мы идем по пути европейскому, университетскому, двухлетнему, слегка сокращенному. Вот. Индийский путь предполагает, что вы сперва все учите наизусть, ни черта не понимая, а потом начинаете понимать, куда это прикладывать. У нас ровно наоборот. Вы ничего не учите наизусть. И пытаетесь понять, как оно устроено. И в этом плане мне очень нравится подход Андрея Анатольевича Залезняка. Мне бы хотелось, чтобы постепенно вы стали приобщаться к этому подходу и послушали какие-то из видеолекций, которые остались от Андрея Анатольевича Залезняка, в частности, например, по поводу того, как устроен русский язык. Мы с вами будем изучать санскрит, но для того, чтобы это проходило результативно, мы с вами заново пойдем в программу русского языка 1-4 класс. И чтобы вот это прохождение проходило благополучно, я вам настоятельно советую посмотреть любую запись с Андреем Анатольевичем Залезняком. Например, про русский язык. Не надо сразу санскрит, достаточно русский язык. То есть нам с вами нужно будет сперва выбросить весь тот мусор, который накопился у вас в голове. То есть я вам ничего не дам. Я только заберу у вас то, что у вас есть. У вас накопилось много мусора, а я его у вас частично заберу. У вас есть разные иллюзии по поводу того, что такое санскрит и зачем он нужен. Эти иллюзии рабочие, пусть они пока побудут, всех сразу убивать их не стану, но будем приходить в чувство. И вот алфавит приводит в чувство. Алфавит, он устроен сразу, он сразу в двух измерениях, значит, существует. И в этом уникальность санскритского алфавита. В мире нету другого алфавита, который был бы упорядочен научно. То есть все в мире алфавиты, которые упорядочены научно, это под влиянием санскрита. Они первыми догадались, что звуки можно упорядочить по артикуляционным и акустическим качествам. Артикуляционным – это значит, в каком из пяти мест ротовой полости возникает звук, а акустика – это, например, звонкий или глухой. Вот они сделали такую таблицу, в которой видно, как бы в которой все звуки выстраиваются в таблицу. Такого в мире нигде, никогда не было, кроме как в тех языках под влиянием санскрита, где это возникло, подражая санскритской схеме. То есть язык как первый объект научного исследования привел к тому, что лингвистика Древней Индии 2500 лет превосходило все остальное, что происходило в мире. Греки, например, не умели находить глагольные корни. Они видели слова, но не понимали, как их, куда их возводить. Вот греки, например, придумали звуки, в смысле как бы буквы, то есть фонемы.
Они пошли дальше, чем индусы. Индусы остались на слоговом письме. Греки пошли дальше. Они раздробили все. А с точки зрения Индии, мы оперируем не звуками, а слогами. Акшара – это слог. И в этом, то есть это другой участок головного мозга. Да? То есть письменность, она связана всегда с участками мозга. Соответственно, есть две крайности в мире. Вот среди всех языков мира есть две крайности. Одна крайность – это китайский, другая крайность – это санскрит. А все остальные языки находятся между ними. У меня бывали ученики, которые одновременно изучают и китайский, и санскрит. Вот, в том числе дети. Вот. Моему первому ученику было 4 года. Он учил, значит, и китайский, и санскрит одновременно. Вот. То есть для того, чтобы задействовать разные участки мозга, нужны какие-то приемы. Вот санскрит – это прием как раз, вот эти, его слоговая письменность. Почему в Индии за нее так держится? То есть в Индии никто не использует латиницу, то есть латинский алфавит для записи санскрита. И не случайно. То есть если вы в Индии будете изучать санскрит, то никакой латиницы, конечно, вы никогда не увидите. То есть только слоговые письменности. На севере это Деванагари, а на юге какая-нибудь, например, Гранха. То есть если вы поедете на какую-нибудь Кералу, то Деванагари, нашу северную разновидность слоговой письменности, вы не найдете. Вот, например, Ушина мама, брахманка, не умела читать Деванагари. Хотя всю жизнь рецитировала санскрит. А Деванагари не умела. Потому что она, как бы, они из дравидов, и там не принято северные, как бы северные письменности не поощряются. То есть Индия в плане санскрита тоже существует одновременно в нескольких измерениях. Так вот, алфавит – это самое лучшее, что осталось вот от этого научного подхода. Да? То есть когда в 50-е годы 20 века повторно, значит, происходило знакомство с грамматикой восьмикнижия, оказалось, что в Индии предусмотрели все то, что будет в 20 веке в Европе. То есть вот все вот это уже там было описано. То есть в мире не существует по сей день более подробной грамматики, чем грамматика санскрита. То есть среди всех языков мира только у одного языка есть грамматика, которая описывает все. Вот современная, например, там двухтомная академическая грамматика русского языка менее подробна, чем грамматика, написанная 2500 лет назад в Древней Индии. Понятно? И она даже не написана. Ее удерживали в голове. Ее записали там лет через 500-800. То есть грамматика – это нечто, что заучивается в Индии и выдается вот нужные отрывки в нужной очередности для того, чтобы образовать правильные слова. Потому что неправильные слова – это пракрит, а санскрит – это литературный язык, а значит обработан. Русский литературный современный язык, он же тоже не возникает на пустом месте. Он возникает на основе определенных говоров. Да? Вот эти говоры объявляются нормой. Так и в Индии существуют десятки пракритов. Вульгарных языков, народных языков. И на основе их возникает норм. И отныне объявляется, что все, что не санскрит, это неправильно. То есть русский язык с точки зрения индийской традиции – это плохой санскрит. Как и современные новоиндийские языки – это плохой санскрит. Потому что санскрит вне времени, и все остальные языки просто как бы, ну вот, подпортились. То есть то, что они сделали, это настолько, это просто как бы мы не, до сих пор понимаем не все, что они сделали просто с грамматикой. Я уже не говорю про философию. Даже просто грамматику мы не до конца понимаем, что было заложено. Вот. Но мы будем более гуманно знакомиться вот в той очередности с грамматикой, как это делается в Европе, то есть, скажем так, вот, по темам, да? Потому что в Древней Индии
вот этот материал, который заучивали наизусть, он был не по темам. Точнее так, темы чередовались немножко хаотично. То есть сперва, то есть так как очередность имеет значение, то сперва надо было дать то, что нельзя было дать потом. И вот эта вся система, все 4000 правил санскрита были даны в строго необходимой последовательности. Это как компьютерный код. То есть весь санскрит – это как компьютерный код. Его надо выдать строго в определенной очередности. Иначе мы получим неправильное слово, то есть пракрит. И чтобы образовать, например, одно слово, какую-нибудь одну словоформу, нужно около 40 правил применить из разных частей 8 книг. Строго заданная очередная, строго в той очередности, что нужна в этом конкретном случае. То есть это целая огромная система. То есть для того, чтобы кто-то в Индии начал изучать философию, никого просто философию так не пускают. Вот показал, что ты вьякарану умеешь разворачивать. Что такое вьякарана, сам термин? Это разворачивание. Древнегреческое слово грамматика – это про букву, грамма. А индийский подход, он не про букву, они буквы не знают. А когда видят в современном мире, не придает особого значения. Я уши когда-то спрашивал, откуда эта цитата? Она говорит, мне учитель сказал. То есть для нее учитель – это больший авторитет, чем книга. И заставить найти ее письменный источник того, что она говорит, это очень сложно. Для нее это не характерно. Что такое книга? Книга ненадежный источник. Надежный источник – это учитель. Вот. Но никакой непрерывной традиции в Индии никогда не было. В Индии нет ни одной непрерывной традиции. Потому что когда Саян в средние века комментирует Ригведу, он делает такие же сумасшедшие порой догадки, как делаем мы сейчас. То есть он тоже не понимает, что там где-то происходит. То есть Ригведа, темные места Ригведы были темными еще 3000 лет тому назад. И остались некоторые темными. То есть нет никакой непрерывной традиции, в которой все понятно. Такого не бывает. Есть традиции, которые делают вид, что у них все понятно и непрерывно, но так не бывает. Ни в Индии, ни даже в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, когда академика Щербацкого выслали ссылку, непрерывная нить преподавания санскрита была прервана. И люди заново учили самостоятельно санскрит. То есть нигде в мире нет непрерывной школы преподавания санскрита. Где-то иногда она надрывалась, но потом она, получается, как-то вот сама себя лечила, восстанавливалась. Вот. То есть индийские комментаторы тоже не все понимают, но иногда уверенно делают вид, что понимают. Потому что, а если они не понимают, то кто понимает? С чего я это все начал? Так, значит, сейчас вернемся немножко отмотаем назад. Был вопрос в чате, я сейчас отвечу на него, а потом вернемся к нашим баранам. Язык гурмукхи. Нет, такого языка нет. Гурмукхи – это письменность. Смотрите. Вот у нас есть буква, а есть звуки. Так вот, в санскрите нету алфавита. У санскрита нету своего алфавита. Вот есть русский язык, а есть кириллица. Русский язык можно записать кириллицей. А знаете ли вы, что изначально одновременно тот же русский язык, который тогда был древнерусский, хуже того еще церковнославянский, одновременно записывали и глаголицей, и кириллицей, двумя разными письменностями. То есть нельзя сказать, что русский язык и кириллица – это одно и то же. Потому что русский язык прекрасно, и даже раньше кириллицы, и даже одновременно с кириллицей записывали глаголицей. Так вот, гурмукхи – это просто одна из 20 распространенных современных письменностей в Индии, которые используются для пенджабского языка, который и сам является новоиндийским языком. Санскрит – это древнеиндийский язык. Есть древнеиндийский, среднеиндийский и новоиндийский языки. Панджабский – это новоиндийский язык. Гурмукхи – его письменность. То есть нет такого языка гурмукхи. Есть
панджабский язык, у которого есть письменность гурмухи, которая, конечно, похожа на деванагари, как и все индийские письменности так или иначе похожи друг на друга, потому что у них единый источник – брахми. А у того брахми, похоже, был источник семитский письменности, они не индийские. В смысле, все позднейшие индийские письменности все равно имеют семитский источник. То есть, когда вы посмотрите на какое-нибудь квадратное ивритское письмо, то есть, если вы перевернете вверх ногами деванагари, у вас получится что-то вот арабское. И это не случайно. То есть, эти письменности на самом деле между собой связаны. Просто это было так давно, что выветрилось. Поэтому такого языка нету. Получается, да, с точки, как бы пракриты бывают древними, бывают современными. С точки зрения санскрита, гурмукхи – это письменность для современного пракрита пенджабского языка. Что интересно, современные индийские языки отличаются от санскрита больше, чем русский язык. То есть они в своей эволюции дошли дальше, ушли дальше, чем русский язык. Русский язык развивается медленно, и за 1000 лет существования русского языка он находится ближе к санскриту, чем современные индийские языки. Английский язык находится так же далеко от санскрита, как и хинди. А русский ближе, еще ближе латышский с литовским, а еще ближе древнеперсидский. Поэтому нельзя сказать, что русский близок. Да, он достаточно близок. Есть языки ближе, а есть языки дальше. Вот. Он действительно близок. Если вы откроете четырехтомный словарь, этимологический словарь Фасмера, четырехтомный словарь этимологический русского языка, вы найдете там 1400 отсылок к древнеиндийскому языку. Но если вы откроете двухтомный этимологический словарь латышского языка, вы найдете в два раза больше или те же самые и другие. То есть я могу взять любой индоевропейский язык и показать вам сотни, тысячи родственных слов. Сотни и тысячи родственных слов. Хоть в тахарском, хоть в немецком, хоть в каком. Дайте мне язык, я вам покажу. То есть тут нет такого, что вот, да, в русском вы узнаете. Узнаете. Где-то ошибочно, где-то справедливо. Но и в других языках этого родства не меньше. Санскрит удобен тем, что он прозрачен. Санскрит устроен совершенно прозрачно. Но чтобы эту прозрачность увидеть, надо несколько лет. Он устроен настолько прозрачно, что когда мы смотрим на слово «духитар», это наименование для дочери, «духитар», в именительном падеже «духита». Это буквально, значит, слово образовано с корня «дух», «доить». То есть дочь – это доярка. Одно из названий дочери – это доярка. А если мы посмотрим это слово в немецком «tochter» или в английском «daughter», то там непонятно, а с чего это слово взялось и что оно означает. То есть санскрит удобен как такой промежуточный инструмент. То есть если вы хотите изучать какие-то, например, индийские языки, то он опять же удобен. Да? То есть как такая универсальная схема. Например, как мы читали клинописные бехистунские надписи на древнеперсидском? Мы составляли таблицы, чем персидский отличается от санскрита. Мы выучили один раз грамматику, а потом выучили, чем персидский отличается от санскрита. А потом мы взяли, значит, и так мы смогли читать Авесту. Авесту и древнеперсидские наскальные надписи. Потом мы взяли Амара Хаяма и составили таблицы, чем язык фарси Амара Хаяма отличается от древнеперсидского.
То есть мы составили одни таблицы, чтобы от санскрита перейти к древнеперсидскому, а потом другие таблицы, чтобы от древнеперсидскому перейти к языку амарахаяма. И таким способом, выучив один раз грамматику санскрита, я потом мог выучить уйму разных других языков, потому что они не сильно отличаются от санскрита. Просто нужны таблицы перехода, таблицы пересчета. То же самое с ведийским языком. Никто никогда не изучает ведийский язык. Сперва изучается санскрит, а потом мы смотрим, чем ведийский отличается от санскрита. Или буддисты, например, когда изучают пали, они тоже не начинают с пали. Санскрит, потом пали. Понятно, да? То есть это некая универсальная система. Она настолько хорошо описана, что на нее можно навесить, ну, десятки других языков. И, в общем, тогда ты выучил один язык, и как бы сразу можешь легко выучить еще несколько. Вот. Но вот этот первый язык, он дается трудно, в смысле санскрит. Но зато потом удобно. Вот, то есть не существует никакого санскритского алфавита. То есть, да, также, то есть вот есть арабский язык, есть арабица. Есть санскрит, но нету санскритицы. Смотрите, вот русский язык, он называется так, потому что есть этнос, русский. Армянский язык, потому что есть армяне. А вот санскритян нету. Такого этноса никогда не было. Никогда. То есть это язык для образованных людей. Любой может его выучить, и такого этноса нету. Понимаете, в чем красота? В санскрите слово для культуры звучит почти так же, как и само наименование языка. Самскрити – это культура, а самскритам – это обработанный, то есть литературный язык. Никто не рождается с санскритом. Никто в Индии не рождается с санскритом. Ни для кого он не родной язык. Но это язык образованного человека. Потому что в Индии ничего нельзя понять, если ты не, хотя бы поверхностно не познакомишься с санскритом. Ничего нельзя понять. То есть это просто отдельная вселенная. Вся античная литература, все книги, когда-либо написанные греками и римлянами, это одна комната в огромном здании санскритской литературы. Илиада с Одиссеей вместе взятые – это десятая часть Махабхараты. В мире существует 30 миллионов санскритских рукописей. Это отдельная вселенная. Если 10 тысяч человек занимались бы просто учетом этих рукописей, они через тысячи лет бы не закончили. То есть мы можем соприкоснуться только с какой-то гранью. Вот охватить всю эту санскритскую культуру невозможно. В наши времена уже энциклопедистов нету. Людей, которые вот энциклопедически образованы. Ну, вот в Индии в том числе, да? То есть людей, которые преподают в Индии санскрит, с каждым годом все меньше. Хотя в Индии зарплата профессора 70 тысяч рупий. У нас зарплата заведующего кафедрой в Москве, в Институте языкознания, 30 тысяч. Заведующего кафедрой 30. То есть в Индии зарплаты в сфере образования выше, чем у нас, в два раза. И даже там санскрит приходит в упадок. Золотое время изучения санскрита – это середина 19 века. То есть мы живем во времена упадка изучения санскрита. Но Россия, можно сказать, что Россия – это в некотором роде, ну, как бы Санкт-Петербург – это столица изучения санскрита в мире. Потому что в середине 19 века был издан семитомный словарь Бетлинга, который не превзойден по сей день. То есть 170 лет тому назад
был издан словарь в 7 томах, крупнее которых нету по сей день и вряд ли когда-либо будет. 10-я часть всего бюджета Императорской академии Российской империи тратилась на изучение санскрита в течение 20 лет. В 1923 году, спустя 70 лет, когда в стране царил голод и гражданская война, 10 тысяч золотых рублей было выделено на издание перевода Бюллера. Понимаете, были времена, когда в России очень много усилий, огромного количества людей выделялось изучению санскрита. На сегодня санскрит в России пришел в упадок. Но наш упадок, он неплохой упадок. Наш упадок лучше, чем самого высокого подъема в других странах. У них никогда не было того, что здесь есть. Поэтому у России отличная история санскритологии. И надеюсь, что будет будущее. Даже если не в рамках университетов. России нечего стыдиться или как бы, мол, мы где-то отстаем. Нет. Мы не отстаем. Просто некоторое время в стране, например, санскрит был под запретом. В 30-е годы в Советском Союзе было такое движение марризм. И последователи Марра запретили преподавание санскрита в Советском Союзе. И несколько десятилетий был перерыв. Вот. Санскрит был под запретом. И к середине 50-х годов на филфаке МГУ сперва подпольно, а потом официально было возобновлено преподавание санскрита. И преподавал его Петерсон, был такой ученик Юрия Николаевича Рериха, значит, Петерсон, профессор, и его учениками стали Татьяна Яковлевна Елизаренкова, переводчик Ригведы и Атхарваведы. Атхарваведа сейчас через 2 недели будет переиздана, и я ждал этого дня 17 лет. Вот. Значит, Татьяна Яковлевна 30 лет своей жизни отдала переводу вед. 30 лет. 30 лет своей жизни она отдала переводу вед. Они доступны. Мы их оцифровали, и я вам, пожалуй, дам эту ссылку, потому что не всех из вас я увижу еще когда-нибудь. Пусть хотя бы у вас останется ссылка. Вот. Здесь, собственно, доступна Ригведа Атхарваведа Рамаяна, переведенные книги, и Махабхарата, опять же, переведенные книги. Это то, чем я занимаюсь последние 10 лет. Так вот, значит, Татьяна Яковлевна Елизаренкова перевела Атхарваведу, она сейчас скоро будет доступна у нас в продаже. Ригведа недоступна в продаже, но доступна электронно. Значит, ее супруг Владимир Николаевич Топоров, значит, это крупнейший специалист древнеиндийской мифологии. Вот если вас интересует мифология, и если вы не знаете фамилию Топорова, то вы еще не начинали изучать мифологию. Его статьи есть в 2-томнике «Мифы народов мира». Есть такой многократно переиздававшийся 2-томник, и большинство статей, посвященных Древней Индии, там топоровские. Вот. У Топорова есть отдельно 2-томник. Он выходил недавно, лет 10 тому назад. Тоже 2-томник, называется «Мифология». 2-томник Топорова называется «Мифология». Я выкладывал все эти сканы, все эти книги доступны электронно. Если вас заинтересует, я вам дам ссылки на них. То есть это такой наш прожиточный
базисный минимум. То есть если вы знакомитесь, ну вот как Тамара, например, с изобразительным искусством, и не разбираетесь в мифологии, то это невозможно разобраться. Там без мифологии делать нечего. А в мифологии без Топорова делать нечего. А с Топоровым без грамматики делать нечего. Понимаете, такая длинная-длинная цепочка. Чтобы понять, что имел в виду Топоров, надо хотя бы немножко прикоснуться к грамматике. Тогда немножко становится понятно, а что, о чем он говорит в мифологии. А мифология – это уже трамплин, чтобы дальше заняться, например, изучением Ригведы. То есть как бы такая очень быстро, тут ничего не получается. То есть это просто пласт, огромный пласт. Вот, дальше, значит, Виктория Викторовна Вертоградова, значит, ей исполнилось 90 лет недавно. Она крупнейший специалист по пракритам. Официально она не специализируется по санскритам, но когда я сдавал свой первый экзамен по санскриту, я его завалил именно Виктории Викторовны Вертоградовой. Я, значит, такой закончил Бюллера, я считал, что я прекрасен и готов ко всем испытаниям, и пришел в Институт востоковедения Российской академии наук и говорю: экзаминируйте меня, значит. И меня экзаминировали. И я провалил все, что можно было провалить. И тогда я понял, что мне пора начать изучать санскрит. Когда я его спустя 2 лет, 2 раза в неделю занятия, думал, что я его уже выучил. Я завалил. Поэтому что такое заваливать экзамен, я знаю хорошо. Что такое считать, что ты уже что-то знаешь, я тоже знаю хорошо. Вот. Виктория Викторовна крупнейший специалист по пракритам, но у нее есть дивная совершенно книга про изобразительное искусство. В общем, ей 90 лет, и она, пожалуй, одна из 2 наиболее авторитетных специалистов по санскриту русскоязычных на сегодня. Значит, Виктория Викторовна Вертоградова, а, собственно, старше ее только Александр Яковлевич Сыркин. Ему кажется, сейчас уже 93. Он продолжает активно переводить и издавать свои труды. Вот, например, 3 года назад он издал на 1000 страниц перевод с пали Дикха Никая. Вот такая томина на 1000 страниц. Вообще мы его знаем как переводчик Упанишад. Это была его диссертация. 3-томник Упанишад. Это было 60 лет тому назад. А до этого он перевел Панчатантру в серии «Литературные памятники». Это самая в России есть 2 престижные серии для издания книг по санскриту. Это «Литературные памятники», то есть зеленая серия, а 2-я серия – это черная, письменные памятники Востока. Вот 2 серии – зеленая и черная. Вот. Так вот, Александр Яковлевич Сыркин, помимо Упанишад, перевел Камасутру, которая пользуется неослабевающим спросом с тех пор. Значит, Гита Говинду, он попытался передать красоту санскритских стихотворных размеров русским языком. Когда обычно переводят санскрит, а санскрит – это обычно стихи, их обычно переводят упрощая. Александр Яковлевич попытался воссоздать санскритские стихотворные размеры, то есть чхандас, средствами русского языка. Вот эта книга называется «Гита Говинда». Вот. И превзошел в этом. Вот. Александр Яковлевич Сыркин. Значит, он патриарх русских санскритологов. Вот. 2 года тому назад мы подготовили 2-томник избранных его работ. И 1-й том – это исключительно санскритские статьи. То есть разные исследования. Далее. Учениками Петерсона также был и Павел Александрович Гринцер, переводчик Рамаяны. Значит, Гринцер успел опубликовать 1-е 3 книги Рамаяны, всего их 7. Я надеюсь, что в следующем году мы увидим публикацию 4-й книги. И мы закончили перевод 5-й книги и начали перевод 6-й книги.
Я надеюсь, что через 15 лет мы закончим перевод Рамаяны на русский язык. Впервые на русском языке. Значит, Павел Александрович Гринцер был выдающимся специалистом по аланкарам. Это, скажем так, литературоведение. Вот. Но также успел начать перевод Рамаяны, который, я надеюсь, мы прижизненно успеем закончить и даже издать. Далее, учениками Петерсона была Вера Александровна Кочергина, которая тоже прожила больше 90 лет. И, собственно, она, можно сказать, основоположник изучения санскрита в МГУ. То есть все московские филологи и философы за последние 70 лет так или иначе учились у Веры Александровны Кочергиной. По ее учебнику мы и будем заниматься. Ее учебник не безупречен, но единственный достаточно простой, к которому мы можем подступиться. Все остальные написаны умно для умных. Мы сразу не претендуем, поэтому начинаем с простого. Вот. Другие книги написаны уже для филологов. То есть вы должны к этому моменту уже закончить филфак, чтобы понять, что написано в первой главе. Вот. Так. Так, у меня были какие-то вопросы. Сейчас я, может, что-то упустил в чате. Я сейчас проверю. Нет, вопросов не было. Бюллер немец? Да, конечно. Все, кто изучают санскрит, они так или иначе немцы или становятся немцами. То есть самые лучшие учебники по санскриту, они немецкие, конечно. Миллер, Кнауэр, Бюллер. В общем, вот эти русские фамилии, значит, немецкого происхождения. Значит, Бёртлинг. Вот, то есть как бы длинная вереница немцев. Обрусевших немцев. Обрусевших немцев, которые жили в Российской империи. То есть, да. Лучшие книги по санскриту изданы немцами. По сей день лучшие книги изданы немцами. Значит, я-то могу рассказывать бесконечно, но, может быть, у вас есть какой-то вопрос. В смысле, я тут... мне лучше прерывать. Поэтому напишите какой-нибудь... Или можете включить микрофон. Теперь, когда алфавит закончился, вы можете включить микрофон, что-нибудь спросить. Можно я спрошу? Да, да, Рамиль. Вот уже читала, да? И скажите, пожалуйста, я вот не знаю, как читается, вот первое слово там, оно начинается с буквы У, да? А потом, да. Идет буква Д. Так. Да. А потом идет буква Я. Так. Да. А потом идет буква А. Так. М. Э. Так. Э. Потом Н. Ну. И А. Так. Это что, так читается? Ну, почти. А вот это сочетание... Если ты сделаешь поправочку на то, что мы читаем не буквы, а слоги. Ну, слоги, хорошо. Ты в любом случае читаешь. Нет, вопрос в том, смотри, в чем здесь заковыка? Здесь есть одна сложность. В санскрите мы пишем то, что слышим. В санскрите мы пишем то, что слышим. Но я читаем, но читаем. Не то, что написано. Понятно. Так вот. Не спеши. Итак, в санскрите мы пишем то, что слышим, а читаем не то, что написано. На то, чтобы это понять, мне потребовалось 15 лет. Это не написано ни в одной книге. Смотри, в чем заковыка.
Вот ты мыслишь буквами, но, допустим, мы сейчас тебе перестроим на слоги. Ну, давай вот на этом конкретном примере. Ты взяла удями. Хорошо. Давай, я покажу тебе, как это выглядит и всем остальным. Раз ты задала вопрос, хорошо. Давай разберем этот случай. Итак, мы берем... Сейчас, не торопись. Мы вернемся к твоему уточнению, к твоему вопросу. Итак, в письменности Деванагари удьямена, значит, состоит из скольких графем, из скольких знаков, Рамия? Из четырех. Из четырех. Значит, все, что над и под, это диакритика, это как бы уже дополнительный обвес. Здесь четыре знака. И что здесь получается? Что у, гласная У, стоит отдельно и образовывает отдельный слог. С нашей точки зрения, с точки зрения русского слогоделения, это не характерно. Следующее, что я понял на 17-м году преподавания санскрита, это что английское и русское слогоделение отличается от индийского. То есть это, конечно, слоги, но не те, к которым мы привыкли. Поэтому хоть и здесь написано «у» отдельно, но для нашей задачи прочтения эту «у» отдельно никто не читает. Потому что следующий – это скопление согласных. Это «дья». И вот эту «дья» никто не читает как «дья». Это лигатура, то есть скопление согласных, то есть консонантный кластер. Так вот, этот кластер надо разорвать на две части. Д отходит к У, и Е отходит к следующему гласному, вправо. И мы, получается, читаем УД, Я. Понятно? Ямена. Да, при этом это как две гласные. Поэтому не просто а прям-таки в два раза дольше, чем а. Удьямена. 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 Там после я стоит а, получается, что у нас вот это вот все вместе получается я, да? Получается, что когда они вместе, то там уже а не стоит. Ну, в смысле, как бы где-то, в общем, смотри, у нас же там стоит вот заячье ухо, да, значит, в третьем знаке, в третьей графеме, да. У нас стоит как бы ухо, да, как бы заячье, вот. И вот мы эту «а», получается, отбрасываем. То есть это уже диакритика. Получается, что в «удья» есть «а». «А» там есть. А в «ма» «ма» уже нету. «Ма» становится «мэ» из-за диакритики. То есть здесь в чем интересная часть? Получается, что в письменности Деванагари, в совершенно обычной слоговой письменности, мы читаем не то, что написано. Мы эту «д» отдаем «у». «И» остается для «а». Понятно. Это вот одно из пяти правил, которые надо учитывать при рецитации санскритского, неважно что, мантры, гимна, неважно. Этот принцип нужно усвоить. И он нам не характерен. Он чисто индийский. Он ни в одном языке мира, как бы за пределами Индии, не практикуется. И поэтому, да, Уша останавливалась, вот она читала, как потом хи, да, а потом сид, а потом так останавливалась. Совершенно верно. И не просто сид, а сидхе. А, сид. Потому да. Что эту фильм да, сид. Совершенно верно. Да, да. Именно поэтому эту манеру чтения можно назвать рецитацией. Когда я говорю напевный санскрит, я немного лукавлю.
Потому что санскрит – это не итальянский. Здесь не надо плавности, текучести, перетекания. На самом деле мы эти слоги должны рубить. А вот это вот, смотрите, а я анти-анти, вот помните, помните, мы санти, санти. А, вот смотри, значит, смотрите, вот анти, мы сейчас а там, анти. Отработаем характерные ошибки. То есть не то, что отработаем, я расскажу, и вы просто поймете, что вы все братья и сестры, что вы в одной лодке, что у вас примерно одинаково не получается произнести даже эти несчастные звуки. Смотрите, в славянских языках перед гласной «т» и «д» смягчается. Поэтому Рамиля честно говорит «санти», «ти», «ти», типа, типа как в слове, значит, «Дима». Вот, она говорит «ди» как в слове «Дима». Секрет заключается в том, что в индийских языках мягкого «ти» и «ди» быть не может. И там должно быть «санти». Но честный русский человек всегда перед гласной «ты» и «ды» будет смягчать до тех пор, пока не вырвет свой язык и заново не поставит, куда надо. По умолчанию все русские будут неправильно смягчать «ты» и «ды». Но это был не твой вопрос, ты спрашивал про что-то другое. Так, сейчас... Я быстро найду. То есть у нас какие самые характерные ошибки? Там, где нужно ну, тянуть, вранами чанти. Ну, это то же самое. Ич чанти. Ич чанти. Чанти. А вот тут же вот такое же окончание, ну, как бы у этого слова. И? А тут же впереди я стоит. А тут же «а» должна, вот если по первому Нет, слову. Давай так. Когда ты берешь глагольное окончание, то перед ним можно стоять все, что угодно. Тут нет таких условий, что ты увидела одно окончание, и оно всегда будет там и там. Нет. Ты просто увидела глагольное окончание. «Нти» – это «они стремятся». Это просто окончание для множественного числа. Третье лицо. Нет, а мы читаем как? Мы эту «а» убираем и оставляем только «я». Или и читаем... Ты ничего не убираешь здесь. В смысле, ну... Когда произношу. Ты произносишь, конечно. Я произношу и «я», и «а»? Ты про слово «ситхьянти»? Да. «Сидхьянти». Понятно? Я тебе в транслитерации латинскими буквами дал все, что нужно читать. Ничего из этого ты не опускаешь. Угу, поняла. Угу, все, твои вопросы исчерпали. То есть это насчет, как бы, насчет фонетики, да? То есть, как бы, чем мы занимаемся поначалу? Я говорю про какие-то ошибки. Какие-то мы сразу устраняем. Какие-то будут с вами еще несколько лет. А можно еще последнее скажу? Я вот слышала, что брахманы, они передают устно тексты для того, чтобы не изменялась вибрация. Потому смотри, что вибрация звука, потому что когда... В написанном это все, каждый человек все равно будет читать. Конечно. Так. Смотри, преподает уши. Смотри, она читает один раз, а ты повторяешь два раза. И она говорит: не смотри в текст, слушай меня. То есть со слуха. Смотри, ну вот и... за 3000 лет в Ригведе есть одно разночтение. А если бы ее записали, в ней было бы 3000 разночтений. Вот и все. Что ты хочешь услышать? Можно верить только устному. У нас в Махабхарате
десятки тысяч разночтений. В Ригведе одно. Что ты хочешь сказать? Я буду очень стараться услышать вас. Меня не надо слышать. Слышать надо уши. Меня надо слушать, а ушу надо услышать. Значит, а уши я пытаюсь услышать, я вот все время слушаю и никак не могу... Для вот этого Смотри, Рамиль, я сурдопереводчик. Вот у нас есть логопедическая группа, и я сурдопереводчик. Я тебе перевожу, что она хотела сказать. Понимаешь? Спасибо, спасибо. Любим прям, вот любим. Спасибо. Потому что, понимаешь, я по жизни, например, никогда не хотел заниматься фонетикой. Мне подташнивает от них. Мне нравится морфология. Я люблю морфологию. Я недолюбливаю синтаксис. Но по жизни я все время занимаюсь фонетикой. Поэтому мне пришлось как-то с ней ужиться. Поэтому мы написали руководство про характерные ошибки русского акцента. И мы работаем как бы пока, ну, поначалу как бы с логопедическими вопросами. Где язык? Где он должен быть? Где он по факту? Что с этим всем барахлом делать? Вот. Но это отдельно. То, что ты хочешь, это отдельная дисциплина, понимаешь? В общем, вопрос лишь в том, чтобы ты слушала хотя бы раз в неделю, что я говорю. Даже если ты первые два года не можешь сделать все, что... Я поехала в отпуск, взяла свой чемодан с книгами. Да, значит... Это грустно, вот, но как бы, в общем, смысл посмотреть. Я стараюсь, я молилась, чтобы вижу. Мне дали еще один шанс. И то есть, смотрите, прям услышали мою молитву. Когда вы идете выбрасывать мусор, вдруг вы не вернетесь домой сразу назад. Да? Соответственно, вы берете с собой учебник. То есть, чтобы если вы потеряетесь, чтобы вы потерялись вместе с учебником. Да? То есть отныне учебник с вами, куда бы вы ни шли. Мало ли что, вас позвали, пригласили куда-то сразу быстро поехать. И переобуться уже времени не дает. И с вами книга. Поэтому, видите, вот я оказался на стройке, и при мне нет учебника. Это непорядок. Так не должно с вами быть. Где бы вы ни были, отныне учебник должен быть с вами. Вот. Если вам надо помочь со стройкой, я могу. Если вам что-нибудь надо, я могу. Это уже звучит хорошо. Но это отдельная тема. Итак, какие у нас еще есть вопросы? Значит, у нас были письменные вопросы? Я вопрос задам, если можно? Да, конечно. Такой общий системный вопрос. Мне всегда просто легче сначала общую структуру всего понять, прежде чем что-то изучать. Я так поняла, что санскрит как основной базовый язык, от которого все остальное дальше легче изучать, любые другие индийские языки. Санскрит, ну, как водится, был сначала услышан, потом записан, да? И записан был в том числе на Деванагаре или только на Деванагаре? То есть сколько Нет. есть систем записи санскрита? Деванагаре – это молодая письменность, ей 1200 лет. Угу. Значит, он не был записан на Деванагаре. Значит, то есть вот тексты индийские, которые формировались в разное время, разные тысячелетия и в разных регионах Индии, они были записаны как? И как мы их тогда читаем, если это не только Деванагари? Значит, в Индии письменность появляется с буддизмом. Угу. И даже когда она с буддизмом появляется, ее используют, ну, сперва, в общем, как бы, сперва, значит, записали пракриты. То есть эдикты Ашоки – это пракриты. То есть санскрит никто и не пытался записывать. Но, по-моему, тогда... в первом веке нашей эры только сохранившиеся как... Нет, ничего такого нет. Самая древняя рукопись Ригведы хранится в Пуне, ну и ей 800-900 лет. То есть, в смысле, это там уникум, в других вообще нету. То есть санскрит никто не пытался толком записывать. То есть если вы приедете, например, в Пондичери, это такой славный город на юге индийского побережья, то вы обнаружите, например, что там нету рукописей Деванагари. Они записаны южноиндийскими
письменностями, например, письменностью Грандха, и прекрасно живут, и считают, что только так можно. Но они все недолговечные. Но это, опять же, санскрит, записанный другим, ну, алфавитом, грубо говоря. Другим алфавитом. То есть этим рукописям им в среднем 50 лет. Средний возраст индийской рукописи – это 50 лет. После этого она превращается в труху. И только крайне редких каких-то случаях в горах Непала, в песках, значит, пустыни Гоби, до нас, вот в частности, дошли огрызки письменности Брахми, это 4 век нашей эры. Это то, что казалось. Это опять же не санскрит. Поэтому, в общем, санскрит и письменность, они идут отдельно. То есть то, что мы имеем в современных учебниках, это мода последних 200 лет. Потому то есть мы учим по Патергину и Деванагаре только потому, что... только потому, что 200 лет тому назад сменилась мода. А еще в 1818 году, так как столица Индии была в Калькутте, то санскритские книги печатались бенгальским письмом. И образованные люди считали, что единственный способ на севере передать санскрит – это бенгальское письмо. И никаком Деванагаре и речи не было. Угу. А если мы говорим, ну, к примеру, о бенгальском письме и о там, Деванагаре, и других видах письма, и об одном и том они же тексте… Они все восходят к одному источнику, их большая описание часть. Описание одинаковое? Написание в каком плане? Что вы имеете в виду под написанием? Ну, бенгальское письмо и Деванагари – это разные виды начертания символов. А звучание одинаково? По большей части, да. Кроме того, что они не отличают, например, ва и ба, поэтому во всех санскритско-санскритских словарях, а они все выходили, все санскритско-санскритские словари составляли бенгальцы, и которые не различали ва и ба, поэтому все слова, которые вы ожидаете на ба, вы можете найти в статье на ва и наоборот. Ну, понятно, да, то есть там идут деления. То есть это вот шрути и смрити, да, получается, то есть у нас звуковой санскрит, по сути, который письменно по-разному записывается, везде звучит это одинаково. Это все наводил. Никаких древних санскритских рукописей в мире не существует. Да, не сохранилось. Тысяча лет – это прям супер-пупер древняя, их там 3 штуки, а все остальное каждые 50 лет заново пишется. Угу. Понятно. Спасибо. Потому что это все съедается. Все эти червячки работают ежедневно. Есть смысл, неправильно спрашиваю, какой вообще объем текстов покрывает Деванагари или там тот же бенгальский язык или какой-то я другой думаю, язык? Я думаю, что в мире нет такого человека, который может ответить на этот вопрос. Ну, допустим, из изданной литературы половину, но изданная литература в Индии – это одна капля из тех 30 миллионов рукописей, о которых я говорил. То есть в Индии издано очень мало. Но это очень мало, в несколько тысяч, десятков тысяч раз больше, чем вся античная литература, включая Византию. То есть... Мы когда говорим... Да-да-да, прошу прощения. Не, просто то есть, я к тому, что вы не понимаете объем санскритской литературы. В мире единственная литература, которая может соперничать с санскритской, это китайская, где описан каждый день каждого императора. В мире нету другой литературы, сопоставимой по объему. Мне просто интересен вопрос этой моды на Деванагаре. То есть эта мода вызвана же чем-то? Она вызвана большим количеством текстов, записанных в итоге на этом языке, или распространенностью в Штатах? Мода, она мода. Она как бы... Вот сейчас, например, вот 100 лет назад было модно
удваивать согласные перед R. Эта мода прошла и теперь не удваивают. Мода, она даже в санскрите есть мода. А в школах Индии какой язык дети учат? Письменно. В Индии, смотря где. Ну, то есть, я они помню, в школе... я была в школе, но я не спрашивала. То есть я видела этих детей, сидящих на соломенных вот этих ковриках в землянке. Это очень очаровательно. Но я вот не спросила, что они там изучают, кроме 2 плюс 2. В школе. Ну, на севере они изучают хинди. На юге они хинди не изучают. Плохо знают хинди. Mm-hmm. Современные индийские языки. Вот уши, то есть, например. Телугу, тамильский. То есть в Индии в школе изучают санскрит. Но примерно так же плохо, как у нас в школе изучают английский. То есть mm-hmm. с таким английским, с которым ничего нельзя сделать. И такой санскрит, с которым ничего не сделаешь, кашу не сваришь. То есть индус из южного штата и северного, встретившись посередине, друг друга могут, в общем, не понять. Да. Для ну, этого, как в поэтому... провинциях, да, где они друг друга не понимают. То есть у них поэтому, нету... Поэтому для современного, образованного индуса языком взаимного общения является английский, а не хинди. Угу. Поэтому многие современные индусы, даже с севера, даже с Махараштры, вот в Индии есть два города, как бы два основных города санскрита. Это Варанаси, это столица, и Пуна в Махараштре. Пуна – это как Петербург. Варанаси – это как Москва. Так вот, даже вот в этом Махараштре образованный человек, он закончил университет, и он не может бегло читать на деванагари. Взрослый человек. Но это как в Китае, да, вопрос с провинциями и множеством диалектов и произношений. Поэтому деванагари – это некая условность. Мы с вами учим просто, чтобы, ну, что-то же нам надо учить. Ну, вот сейчас модно деванагари. Никакого сакрального смысла именно в деванагари нет. Ну, вот гимны, мантры и прочие, не знаю, тут панишады все переведенные, там, да, и то, что Сыркин переводил и так далее, это все на деванагари записано, я так понимаю. Да. Угу. Да. То есть деванагари это получается... удобно, это удобно, но 800 лет тому назад, например, деванагари это там, одна из 20 второстепенных писем. Потому что все письменности вообще второстепенны. Они вообще-то никому особо не нужны. Чисто, чтобы записать, сколько овец ты мне должен, и все. Как бы все остальное, все ценное все равно. То есть для хозяйственных нужд письменность используется, но исключительно для административных, бухгалтерских нужд. Но не для ничего, ну для чего-то стоящего, конечно, нет. Можно вопрос тоже задать? Да. Да. А, вот, например, какая-то элементарная мантра, там, например, Ом Намах Шивая, да, мы ее читаем на девангар языке, а произносим, а потом мы произносим, то есть там мы произносим слоги санскрита под этими буквами. Получается, потому что мы же, значит, здесь основное что, да, как бы это пятислоговая мантра, да, поэтому нам нужно мыслить слогами, да. Ну и, собственно, деванагари – это удобный носитель этой идеи того, что это пятислоговая мантра. Потому что, когда мы записываем в латинице, как бы эта идея теряется. Поэтому, когда, ну, то есть, чисто с хозяйственной точки зрения, латиница удобнее. Но, если вы хотите погрузиться в эту, как бы, атмосферу, как бы, как Шлегель выразился бы, дух Индии – все равно нужна какая-то слоговая письменность. Любая, но слоговая. А мы можем понять, что, вот, например, извиняюсь, что перебью, вот сама написанная буква, то есть сам образ, это как янтра, а туда мы проникаем в ту значение, как в мантру. Да? Ну, а само письмо янтра... Что такое янтра? Янтра – это механизм. Механизм. Да. Само слово янтра – это механизм. То есть письменность, она сама как бы механизм. Нет, но я бы не... Вот мы, например, занимаемся каллиграфией деванагари. И мы возводим деванагари на уровень, ну вот как раз вот на такой уровень, как вот, что мы можем созерцать, например, тот же он глазами.
Но это немножко другое. Это не так не как бы. Это не, ну, это в некотором роде новодел, потому что тысячи лет тому назад никто не писал этот ом и не знали, как он выглядит. То есть у нас есть десятки способов написания ома, потому что никакого нормального, одного законного изначально не было. Поэтому в древних рукописях ом записывается 20 разными способами. Поэтому сказать, что написание ом намах шивая – это янтра, пожалуй, я бы так не стал говорить. Но это удобный носитель идеи слогового письма. Я имела в виду, что вот само вот это, например, вот образ. Вот само написание – это же буквы. Да. А произносим буквы, да? Мы звуки. И эти же, эту же мантру мы можем записать и кириллицей, и латиницей. Она менее мантричной не станет. Но если вы будете в Индии, никто никогда не признает, что бы то ни было, кроме слогового письма. Когда я работал с Ушей в 2014 году, я ей выдал список всего, ну, всех наших глагольных корней, а глагольных корней по одним подсчетам 850, а по согласно индийским подсчетам 2200 корней. То есть с помощью 20 приставок, 850 корней, умноженных на 305 суффиксов, можно породить 375 тысяч слов. Так вот, возвращаясь к корням, я выдал ей список корней, значит, латиницей. И она говорит, мне глаза как бы слезятся, я не могу читать это. То есть они не воспринимают эту латиницу. То есть чисто как бы разово прочесть могут, но это для них больно. Поэтому любой индийский учитель будет, что бы то ни было, давать слоговым письмом. И если вы их заставите записать латиницей, они, конечно, это сделают, но допустят 5 ошибок. Поэтому любая книга, изданная в Индии, которая содержит латиницу, на каждом развороте 20 ошибок. Поэтому если нужно что-то... Нет, это не вопрос привычки разве? То есть им не привычки. Индус не может привыкнуть. Ты его хоть палкой бей, а он не сможет записать без ошибок латиницы. Да. Просто не привычки. Был такой профессор Мюлленбельд, выдающийся специалист по аюрведе, самый крупный специалист по аюрведе в Европе за последние, скажем, 100 лет. И вот он говорил, не верь английским переводам, особенно английским переводам, которые делает индус. Не верь. Верь только немецким переводам. Только немец может перевести. И это говорил человек, который всю жизнь прожил в англоязычной стране. Индусы, они своеобразно относятся к переводу, они воспринимают свою задачу как некий пересказ, вольный пересказ по мотивам. Индус не понимает, что такое перевод, и никогда не поймет, ему это чуждо. Вот расскажу про два подхода. Вот русский подход. Он очень похож на индийский. То есть нету двух народов ближе, чем русский и индус. В смысле, если можно сказать, что индус – это один народ, конечно, это не один. В общем, по степени распиздяйства они похожи. Так вот, смотрите. Значит, есть два подхода. Есть немецкий подход. Немец за 6,5 лет переводит Аштанга Хрдая Самхиту. Один из трех базовых трактатов аюрведы. 6,5 лет, и перевод готов и опубликован, так? И есть русский подход. Он очень похож на индийский. Значит, за 5 лет переведена одна 360-я часть Аштанга Хрдая Самхиты. Что это означает? Что перевод этот никогда не будет завершен. Но и в Индии никто не задается вопросом, а будет ли какая-то работа завершена. Поэтому, когда в 2019 году я специально приехал в Пуну и пришел в Deccan Sanskrit College, там есть три точки, которые как бы три центра изучения санскрита. Это Пуна University,
Бори и Декан Колледж. И когда я пришел в Декан Колледж, я спросил, когда вы закончите свой словарь? Вы начали составлять картотеку в 1940 году. Вы начали издавать словарь в 1972 году. Вы дошли до середины буквы А. А – это первая буква в санскритском алфавите. Согласно моим подсчетам, вы должны закончить через 1800 лет. Значит, на что он мне отвечает? Значит, он показывает мне аудиторию и говорит, над этим словарем должно одновременно работать 40 человек. В той аудитории сидит один человек, и в кабинете директора сидит секретарша еще, то есть два человека, то есть они втроем. Значит, он говорит, у нас задача издавать 200 страниц словаря в год. У них нету задачи закончить этот словарь. Потому что самый крупный словарь в мире, словарь шумерско-английский, издавался 100 лет, но они закончили его. В Индии нету задачи заканчивать, чтобы это не было. Нету. Поэтому индийский подход и русский подход, они очень похожи. Поэтому только немец в России может преподавать санскрит или издавать учебник без опечаток. А если русский за это берется, то он спокойно относится к тому, что в одной книге содержится 500 опечаток. Ну, находится и находится. Сам же ты все равно не разберешься с этим учебником. Все равно тебе нужен учитель. А учитель подскажет. Поэтому русский очень похож на индусов. И в хорошем, и в плохом плане. Понимаете, как... Да. Потому что, говорит, что не успели сделать в этой жизни, сделаем в следующей. Видимо, такая да, но это какое-то такое злостное планирование, потому что я, например, уверен, что мне дан только этот срок. И то, что я не успею, то есть мне не дадут возможность продолжать. То есть как бы я должен закончить то, что я начал. То есть вот у меня горизонт планирования... Я могу 10 лет планировать, 15, 20. Вот некоторые из книг, которые я сейчас издал, я начинал их 20 лет назад. Но вот так, как они, я не могу планировать. Вот та степень пофигизма, что у них, это перебор. Поэтому по-хорошему, эти два подхода надо соединять. Вот эта широта души русская с немецкой дисциплинированностью. И тогда можно издать самый крупный словарь санскрита в мире. И Бетлинг его издал дважды. Он издал малый петербургский словарь в 7 томах и большой петербургский словарь в 7 томах. Дважды за одну жизнь. А в Индии поколения ученых не могут дойти до середины буквы А. Потому что они замахнулись на невозможное. Они захотели перечислить все слова санскрита. С таким подходом, как бы как у них, это невозможно. Вот если туда заслать 200 немцев, конечно, они решат эту задачу. Это решаемая задача, но не индусами. У меня такой вопрос еще. Да. Вот даже относительно того, как ну, пандиты, они когда, например, там, делают ягью, они всегда просят, можешь произнести имена, например, понимаешь? Mm-hmm. Они реально, они не читают, они просят, чтобы ну, ты им отправила mm-hmm. имя, фамилию, да? Они mm-hmm. не понимают, они читают там эту... Я не понимала, они что, издеваются там элементарно? Например. Нет, они искренне не издеваются. То есть они могут быть профессорами, трижды, значит, дипломированными, и не хотеть или не уметь толком читать. То есть они не шутят, когда у них все на, как бы устно. То на слух. Да, все устно, все на слух. А у нас наоборот. А у нас наоборот, потому что мы, получается, мы люди зрения. То есть у нас все через глаза должно пройти, а у них только уши. Это будет зафиксировано, упорядочено, можно перечитать, пересмотреть, проанализировать. Я, а на когда, слух, значит, это... попал, я когда попал в отдел рукописи, в Петербурге есть Институт восточных рукописей. И у меня был вопрос.
А есть ли санскритские рукописи, в которых есть таблицы? Ну, в смысле, для меня, естественно, что, как бы, ну, что мир упорядочен в таблицах. Прекрасно, я так люблю таблицы. Да, я нашел таблицы. Таблицы использовались для джотиша, для составления янтр, но не для чего более. Ну, это астрология же, да? Да, то есть для таблиц отведена своя узкая ниша. Все. Для ничего другого, ничего визуального не нужно. А у меня такой вопрос параллельно, кстати, вот к таблицам тоже получается. Санскрит, ну, даже санскрит без письменности, просто звуковой санскрит, да, какой изначально. Обыкновенный. Обыкновенный, да, классический. Он все-таки, как везде пишут, язык священных текстов в первую очередь? Не в первую, потому что как раз санскрит, то есть как бы... Просто я к чему спрашиваю, если санскрит, даже просто звуковой, язык священных текстов, то есть язык брахманов изначально, учили его только до высокие сословия. В смысле, то... что он не рыночный, в том плане, что... Для бытовых, для бытовых нужд его да. не используют. Ага. Ну, нет, то есть на нем, ну, не то, что текст не писали, но... Это язык литургический. Угу. Значит, сакральный, да, все-таки. То есть, получается, таблицы не нужны им, потому что они же смысл текста и всю эту ритмику пропускают через себя. То есть, они что делают? Как они учат? Они учат тексты механически. Они читают их сзади наперед. Они читают через слог. Они их разбирают как конструктор. Ритмически разобраны, это разложено. Это ритмический да? рисунок. Поэтому да. для них стихотворные размеры – это основная ткань. Угу. Поэтому они начинают с грамматики. Может быть, поэтому... Да. Так. Еще такой вопрос относительно, ну, те же, например, берем там ну, сакральный смысл тех же чакр, там тоже, ну, вот, там слоги, да, там на этих лепестках. Ну, вот. Давай так, скажи, значит, в Индии ты не найдешь да. ни один трактат, где у тебя чакры будет север. Таких нет. Нет, понятно, да. Угу. Ты найдешь источники по аюрведе, где будет перечислено 62 тысячи нади. А чакры ты не найдешь. Нади найдешь, каналы, но они другие. Мармы найдешь, но они не там, где в современных изданиях. То есть это как бы вот это вопрос того, как бы есть новоделы, и на санскрите много чего навешано новоделов разных. Санскрит используется для разных целей, для политики. То есть если ты связан с санскритом, ты автоматически авторитетен. Соответственно, каждый хочет приобщиться к санскриту и вести какой-то свой новодел. Угу. Ну хорошо, а вот, например, опираемся мы на священное писание, на шастры, скажем. Вот можете шастры – это не священное писание. Угу. Шастры – это научные, это шастры – это области знания. А ну, области да. знания а бывают, например… дендрология. Да, то есть что там священного в том, чтобы слону жопу потереть называется? Ничего, но если ты ему не подотрешь вовремя, он заболеет. А если он заболеет, у тебя армия, значит, развалится. Поэтому все надо учитывать. Поэтому есть разные шастры, и лишь малая их часть условно священная. Вот есть Дханурведа. Дханурведа – это приложение к Атхарваведе. Атхарваведов – это заклинание. А Дханурведа – это руководство по боевому использованию лука. Ничего священного в этом нет. То есть священное писание – это очень неудачный термин, который в лучшем случае описывает меньшую часть этих наук. Меньшую часть. Ригведа в том виде, как мы ее знаем, впервые была напечатана в Оксфорде 100
70 лет тому назад. До этого никто даже не пытался. Это в переводе уже, да, вы имеете в виду? Нет, нет, без перевода. Перевод был позже издан. То есть они просто, ну, с каких-то пальмовых листьев нашли, сделали какие-то... Да. И напечатали просто запись. Да, да. А пальмовый лист живет недолго. Поэтому в современной Индии те же рецитаторы, они учат уже из книг печатных. Потому что вот эта вся переписывание – это очень дорогая штука. Ну вот, например, Ригведа. Нету единой школы рецитации Ригведы. Есть 5 школ. В Индии 5 школ того, как надо рецитировать Ригведу. И тот, кто умеет рецитировать Ригведу, не факт, что умеет рецитировать Атхарваведу. А тот, кто рецитирует Самаведу, не знает Ригведу. То есть тут узкая специализация. Каждый специализируется на своем. Вопрос тогда возникает сразу. Если мы изучаем Деванагари, к примеру, 5 лет его изучаем, изучили. Деванагари? Мы изучаем 2 месяца. Значит, упаси Господи, 5 лет. Такого учителя надо пристрелить. Значит, а если вы это самостоятельно делаете, то утопиться надо. Значит, если вы 5 лет тратите на Деванагари. Что мы 5 лет изучаем? Грамматику. Грамматику мы можем и 5 лет, и 10, и 15. Это нормально. Все вместе. В общем, санскрит мы изучаем, грамматику. И получается, что все равно мы не можем одинаково работать с Ригведой или с Атхарваведой. Там есть какие-то специфические, ну не знаю, мотивы лингвистические, да, которые нужно отдельно. Лингвистически нет. Лингвистически все первозданно чисто. Все Ригведы равны. Но если вы приедете в Варанаси, там будет одна манера рецитации. А если поедете в горы, там будет другая. Но манера рецитации... Сказано, это чисто художественный момент, да? Это хороший вопрос. Художественный ли момент или нет? Рамиля спрашивал про вибрации. Если мы переставляем согласные, у нас та же вибрация или не та же? А смысл меняется? Смысл нет. Смысл как не это меняется. Может быть? Добро пожаловать. Неслагаемых в санскрите смысл слова не меняется. Тут можно переставить, и ничего не поменяется. Санскритские стихи – это загадка. То есть это все иногда умышленная загадка. То есть иногда санскрит специально усложняли. Значит, здесь имеет значение цель. Если... Цель, если вы хотите красиво рецитировать, вам незачем знать глубины грамматики. И наоборот. Есть, то есть, как бы ни один университетский преподаватель не умеет рецитировать. Чтобы красиво читать Пушкина со сцены, не обязательно его поднимать, да? Да. Желательно. Лучшие чтецы все равно понимают, что они читают. Но... Дети, например, прекрасно рецитируют Пушкина и понимают явно не все. Mm-hmm. Просто здесь вес рецитации, как бы, то есть здесь все строится на стихах. Вся санскритская ученость – это стихи. Стихи, значит, рецитируются. То есть то, что вы услышали от уши, это и есть основной способ бытования санскрита. Все, точка. Но чтобы к этому приблизиться, нам потребуется несколько лет подготовки, чтобы начать приближаться. Потому что она с детства, то есть получается, она изучает этот санскрит, значит, больше 40 лет, и некоторые из вещей, которые мы проходим по воскресеньям, она поняла в прошлом году сама. Она рецитирует санскрит ежедневно. Например, Вишну Сахасранам, тысячи имен Вишну, она читает каждый вечер в течение получаса. И то иногда допускает ошибки, когда читает на скоростях. Она читает его каждый день, условно, 40 лет.
И то на скоростях допускает ошибки. То есть санскрит – это не такая штука, которую вы один раз собрали, и она вот в собранном виде внутри вас, значит, продолжает быть собранная. Это такая штука, которую вы каждый раз заново собираете. Вот у нас в прошлом году в Москве было выступление. Мы впервые публично читали алфавит. И казалось бы, некоторые ученики этот алфавит ежедневно читают 5 лет. И то они его заново собирали перед сценой, и то они умудрились кое-где отклониться от образца. Понимаете? Каждый раз заново собираем. В этом красота устного слова. Нет такого, что вот вы 2 года учились санскрит, и теперь на основе этого вы жируете еще 20 лет. Ничего подобного. Вы 2 года, значит, потели, чтобы начать потеть по-настоящему потом. И стоит на 2 месяца отойти, как все начинай сначала. У меня такой вопрос. Я где-то читала, что, ну, это относительно искусства, что для художника в Индии, ну, якобы в трактатах это написано, сама не видела, но что якобы прежде чем стать хорошим художником, мастер должен изучить танец, постичь музыку, и только потом он какие-то зачатки, поэзию обязательно, только потом он зачатки уже изобразительного искусства может начать осваивать. Смотрите, я правильно понимаю? Вот смотрите, да. Вот, например, у нас есть кто-то, кто увлекается индийскими танцами здесь, нет? Ну, я когда-то катхак чуть-чуть пару занятий брала. Ну, смотрите, немножко. В базовом трактате по индийским танцам, в базовом трактате по индийскому изобразительному искусству первая глава посвящена как бы тому, что такое изречение, то есть что такое слово. То есть как бы эти все штуки, они живут не отдельно. Поэтому совершенно верно. Танцор – это не просто красивая девушка, которая, значит, делает неуклюжие какие-то движения, значит, а это страшно образованный, но к тому еще и страшно координированный человек. Но начало у всех одно. Все проходит через муштру вьякараны. Девочка, мальчик, неважно. Умный, неумный, неважно. Богатый, бедный, неважно. Есть некий эталон, чтобы научиться думать по-индийски, а это другой способ мышления. Мы проходим через грамматику. Грамматика ставит на место мозг. Все. А куда этот мозг применять, это уже дело второе. А я могу сказать, что вот я занимаюсь индийскими танцами всю жизнь. И, в общем-то, как бы вот то, что вы говорили про Викторию Викторовну Витроградову, она перевела Читрасутру, и Читрасутра как раз там-то и написано, что первое, самое первое искусство, которое мы изучаем, это искусство пения, это звучание человеческого голоса. А дальше потом после человеческого голоса идет игра на музыкальных инструментах, потом живопись, потом танец, а потом уже скульптура. А в Камасутре в самом начале перечислены те 64 области навыка искусства, которым должна владеть женщина. 64. Это владеть, да. А это то, что касается, если говорить... Очень высокие требования, я вам скажу, в смысле, что как бы получается, что вот я, например, вот если бы даже сейчас начинал бы, я бы до танцора никогда бы не дорос, в смысле, я поздновато начал, в смысле, с грамматикой. Я начал с грамматикой, когда мне было 21 год, что ли. Поздновато я начал. Вот. Поэтому вот Гумилев, значит, сын Гумилева говорил, что если бы в возрасте 7 лет я не начал бы заниматься историей, а ему к тому моменту, когда он это говорил, было 70, он говорил, что я бы не успел дойти до того, до чего я додумался сейчас. С 7 до 70. А Александр Яковлевич Сыркин рассказывал, как он 70 лет думал над тем, 70 лет он думал над тем, как перевести одно слово, слово «бхагава». Поэтому быстро ничего не бывает. Тут быстро можно только сбежать.
Я побрился налыс, когда начал изучать санскрит, потому что я понимал, что я отправляюсь в добровольную каторгу. Но те радости, которые я потом познал, вот то редкое ощущение на несколько мгновений, что я что-то понял, оно настолько превосходит все те страдания, которые вам уготованы. То есть на несколько минут, раз в полгода, вам будет казаться, что вы поняли. Оно потом быстро проходит. Но за те несколько минут оно того стоит. Мартин Юрьевич. Вы начинаете ценить это. Скажите, а вопрос такой. Вот вы говорили, что именно данный язык, ну, который мы будем изучать, он влияет на конкретную область мозга. На что? Да. Можете сказать, на какую? И, а почему, в чем разница? Я вам могу прислать статью из журнала Nature, в котором как бы исследованы, как бы там показаны разные, какие языки, какие области мозга как бы активизируют. Было бы здорово. Санскрит там недообследован, но буквально сейчас мы начинаем большое исследование с томографами, чтобы эту мысль развить. То есть в мире есть два исследования на эту, из этой области. Мы хотим продолжить эти исследования с томографами в Индии и в Москве. Мы будем обследовать людей. На это уйдет около 10 лет. Но, в общем, мы начинаем очередной большой забег. То есть как бы то есть почему детям надо попробовать разные области? Ребенок не знает, что у него пойдет. Вот он, у меня супруга преподает фортепиано. И родители иногда приводят детей и как бы после первого занятия спрашивают ребенка. Ребенку там, допустим, 2 годика, 3 годика. Его спрашивают, тебе понравилось? И родители всерьез, значит, думают, что ребенок может ответить сразу, понравилось ему или нет. Он должен попробовать разные отрасли. И не один раз, а хотя бы несколько раз, чтобы вообще было понятно, а оно не оно. И тут то же самое. То есть, как бы, и ребенок по-хорошему должен заниматься разными вещами. Да? То есть не уходить исключительно в языки. То есть активировать разные. То есть есть люди, и я уверен, что они не ходили туда, что этот участок не девственно чистый и не тронутый. Взрослые люди. Потому что я считаю, что человек пользуется малой возможностью даже своих интеллектуальных возможностей. И даже если ничего более, то санскрит приоткроет вам еще 0,5% ваших интеллектуальных возможностей, которыми вы не пользуетесь. Потому что у вас в жизни плюс-минус что-то уже наладилось. Как бы, и того интеллекта, который у вас уже есть, хватает для решения бытовых нужд. А здесь для вас вызов. Потому что это всем трудно дается. То есть в смысле нету никого, для кого это заходит как масло. Ну, то есть как бы это трудно, это вызов. Это на пределе ваших возможностей. Всяческих. Но это возможно. Но тут нужно терпение. То есть вы должны смириться с тем, что все хорошее, что вы о себе думали, это не очень актуально, что будет трудно. Но я помню свое первое прозрение через полгода, а второе прозрение мне было через 2 года, когда мне показалось, что я понял материал на несколько минут. Чем вас еще напугать? Какие еще? Ну, получается ли так, если, например, такой вопрос, может быть, он относительно мантр, потому что я в этом. И вот, например, мы читаем там мантру Сарасвати, например, определенный там период, там 40 дней, или 42. Так.
А, например, вот мы берем и изучаем весь санскрит. То есть мы берем как бы... Весь мы не можем. Мы можем взять какое-то крыло. Весь мы не можем. Даже если... Да. Это невозможно. Смотрите, откуда возникла грамматика? Угу. Значит, когда на Индру посыпались все санскритские слова, он взвыл. Боги не выдерживают этого потока, понимаете? Что такое грамматика? Значит, что такое словарь? Словарь – это все, что не влезло в грамматику. Грамматика – это попытка упорядочить этот поток слов. Например, разбить его на части речи. Да? То есть считается, что первым грамматиком был Индра. Первая грамматическая школа – это школа Индры. Только потом возникла школа Шайва, школа Шивы. Вот восьмикнижие – это школа Шайва. А Индра – это первый грамматик. Потому что стало понятно, что все слова просто в том виде, как они там кружатся во Вселенной, их невозможно обработать, их невозможно запомнить. Грамматика – это как есть, это как наикратчайший способ для того, чтобы с этим массивом что-то вообще сделать. Поэтому весь мы не можем. Нам нужен прожиточный минимум, чтобы, призывая Раму, не лохануться и не призвать любовника. Хотя бы так. Хотя бы так. Не идет речь, Игорь, это про какие-то глубины. Здесь вопрос, что вот этот камень надо, вот как бы мусор надо, как бы надо обтесать, это как бы первый слой просто. Речь не про глубины. Просто убрать мусор. Я мусоровоз. Я приехал, чтобы забрать ваш мусор. Ваши плохие произношения, ваши надежды, что санскрит ваш спасет. Вот это все я заберу. Я отберу у вас. У меня такой вопрос. Если, например, ну вот фиг с ним с произношением, если я, например, хочу больше смыслы осваивать, какая вообще вариативность смыслов для понимания какого-то слова, и есть ли надежда это слово все-таки понимать истинно правильно? Ну, есть. Значит, для каждого слова все равно... Или надежды такой особо нет? Нет, для каждого слова все равно есть одно основное значение. Для каждого слова все равно есть одно основное значение. Но значение будет распадаться в разных текстах на разные... какие-то оттенки. Да. Да, значит, и у нас в чем сложность? Современных словарей санскрита в мире не существует. В общем, все варианты, которые есть, вам не очень понравятся. Ну, хорошо, я вам расскажу. Значит, смотрите. Значит, индийские словари пишутся в стихах. То есть, значит, 1000 лет тому назад Амару Сингха составил словарь в стихах. И любой образованный юнош учит словарь наизусть. Санскритско-санскритский словарь в стихах. Его учат наизусть. Там 10 тысяч слов. В смысле, ну, как бы словарных статей 10 тысяч. Толковый словарь, в общем, да. Это не толковый словарь, это словарь-синоним. В Индии нету толковых словарей. Толковые словари приходят вместе с европейцами. Вот один вариант – выучить стихотворный словарь. Это индийский путь. Второй вариант – это словари 19 века. Для них то значение, которое встречается впервые, то есть самое древнее, будет даваться сперва. То есть если что-то встречается в Ригведе, то сперва будет дано значение для Ригведы, что не равно, что именно оно вам будет нужно. То есть первое не равно первое основное. Тут надо еще знать, какой текст раньше какого для этого. Да, как бы так. Да, то есть получается, что
Ну, да, то есть все равно есть основное значение, но оно не всегда стоит сверху. Иногда основное значение в словарной статье последнее. А вот вопрос о употреблении и понимании применении конкретного значения в конкретном случае, они расшифровывают или вот эти словарные стихотворные словари, они просто... Вот когда какое слово лучше употреблять или как лучше его читать в данном случае, интерпретировать и толковать? Вот этот вопрос. Тамара, у вас слишком умные такой вопросы, которые требуют слишком умных ответов. А я еще даже санскрита не знаю. Санскритская лексикография – это мой конек. Я специализируюсь на санскритских словарях. Но мой ответ будет длинным. И, пожалуй, чересчур подробно. В хороших словарях даются контекст, в плохих – только голые переводы. И человек, который работает с голыми переводами, он может засунуть ни туда, ни то значение. В хороших словарях есть контекст. Вот, например, в семитомном словаре Бёрдлинга, в котором 144 тысячи словарных статей, там 77 тысяч цитат, подкрепляющих конкретное значение, конкретное слово. Это было выписано руками в середине 19 века. И мы до сих пор не можем превзойти это. Мы даже это нормально повторить не можем. Не то, что превзойти, повторить не можем. Ну, конечно, колоссальный объем. Колоссальный объем во все стороны, куда ни посмотри. Но с чего-то надо начинать. Ну, вообще, уважающий себя специалист, он должен это знать. Ну, хотя бы... ну как бы, скажем так, да? Уважающий себя специалист хотя бы Деванагари должен освоить, да, и допускать не больше 5 ошибок произношения в одной шлоке. Например, даже тоже самхиту вот читаешь, ты по ней работаешь, и ты должен правильно произносить. Ну, хотя бы по-хорошему, да. По-хорошему, да. Но по-хорошему у нас мало кто работает. Но вы же нас научите. Я научу. Весь вопрос в том, чтобы вы не сбегали. Значит, мне для начала нужно 2 месяца, а потом нужно еще, как бы, вот всего мне нужно 2 года, а для начала 2 месяца. Вот 2 месяца, значит, для того, чтобы вы хотя бы знали, какие бывают звуки, а потом мы посмотрим, куда их можно засунуть и что у нас не так. Здесь нету ничего не мешает. Как бы, все, о чем я говорю, это не какая-то далекая, там, не знаю, мечта. Это все возможно. Это годы. Годы, годы, годы. Домашних заданий много будет. Домашних заданий будет, значит, гипершустрые будут делать их за 2 часа, нормальные будут делать за 4-6 часов, те, кто помедленнее, за 8, а те, кто будут плестись в хвосте, за 10 часов еженедельно. Иногда меньше, больше нет. То есть, если вы не будете заниматься санскритом ежедневно хотя бы полчаса, шансов у вас немного. Да, Евгений? Ты пойми, эта глыба, она, конечно, придавливает, но окончательно она тебе не раздавит. Это не могильная плита, понимаешь? Бывают языки, где вот придавило и не отпускает. Да, нужно терпение. Если терпения нет, оно разработается с годами, в смысле. Если не разработается, вы просто сбежите. Смотрите, значит, какая очередность. Если вы пропускаете 4 занятия,
трудно будет вернуться. Да? То есть чисто психологически, не физически, а чисто психологически. Значит, да. Поэтому старайтесь не пропускать больше 4 занятий. Значит, как-то предупреждайте, в общем, имейте в виду, что это такой опасный предел. Вот. Значит, сперва вы возненавидите меня. Потом вы возненавидите санскрит. А потом вы должны возненавидеть себя, в смысле свою тупость. И когда вы возненавидите свою тупость, мы начнем заниматься санскритом. Марсис Юрьевич, еще раз. По вторникам во сколько? По вторникам, я думаю, мы будем встречаться в 19:30. Вроде большая часть из вас может 19:30. Мы будем запускать группу и в 15:00. В смысле, для тех, кто из других часовых поясов, то есть будет дневная группа в 15, будет вечерняя 19:30 и, возможно, даже не одна. Просто посмотрим, кого я напугал достаточно качественно, а кого я еще не смог, значит, кто не проникся. Вот. Поэтому, исходя из этого, посмотрим. И будет мне во сколько присоединяться? А ты как хочешь, как бы, как тебе проще? Вот, например, может быть, тебе вечером трудно? Может Девят, быть, тебе нет, вечером? Наоборот, 19:30 нормально. Ну, тут сама смотри, тут я как бы, тут как тебе удобно. Потому что я точно буду днем. Угу. Да, есть, будут дневные занятия, и предположительно, они будут в 15:00 по Москве. Вот, поэтому, и не исключено, что вечерних будет два разных, в смысле, даже на какой-нибудь другой день еще перенесемся. И там просто был кто-то, кому удобно только в 19, и кто-то, кому только в 20. В общем, будем уже смотреть конкретно, кому что с кем делать. Я могу и в 20, если надо. Угу. Ну, будем смотреть. В смысле, я пока... пока, мне кажется, это... моя задача была посмотреть на вас. Ваша на меня. Значит, ваша задача была испугаться. Моя вас напугать. Если я в этом не преуспел, значит, тогда мы встречаемся через неделю во вторник. Но это еще не конец. Так, сколько у нас времени? Сейчас, когда мы начали? Значит, начали в 19:30. У нас еще есть время. У нас еще есть время. И какие-нибудь вопросы? Я вот из телеграм-рассылки не совсем поняла. Да. Для вот этого нулевого курса сейчас, который, вот я так понимаю, ну, 2 месяца, да, около того, да. Что нужно, какие-то, потому что как-то я там начала читать, и там вышло очень много всего и для основного курса, и для, да, в общем, разных. Смотри, мы начнем сейчас с учебника санскрита Веры Александровны Кочергиной. Тебе потребуется 2 тетради и 8 ручек. Там написано было, что это на 2 года. Ну, смотри, как пойдете. Я так. Просто я вот современные ручки стали сильно хуже, их стало мало хватать. Значит, ваша гелевая ручка не должна царапать. То есть должна быть достаточно толстая. А если вы хотите, можете попробовать писать чернилами. То есть взять палочку от мороженого, наточить и писать, как в Индии. Если у кого-то... гелевая ручка подойдет? Гелевая? Перьевая, перо. Перьевая, смотря какой скос. А обычной ручкой шариковой нельзя? Просто. Можно. Надо гелевую, ну такую жидкую. Можно. Главное, чтобы не черная, потому что черная мне будет трудно разглядеть. Значит, Екатерина, с таким скосом нет, можно с другим скосом. Я покажу, кто хочет плоский писать. Плоский скос. Нет, нужен не плоский, нужен 35 градусов. Я поняла вас, да. Вот не так, как в английском, а наоборот. Но это для того, кто хочет как бы дополнительных испытаний, в смысле. Вот может кто-то хочет аутентично писать, можем... попробовать. А так мы будем писать ручкой по-деревенски. Все. Никаких вопросов. Каллиграфии тогда уже, наверное, надо... Вот, да, просто, может, кто-то вот имеет здесь художник. Образование тяготеет к этому. Я же не могу противостоять этому. Как бы у нас есть разные подкружки. Да, то есть в рамках кочергиной будем писать ручкой. Обычной ручкой. К следующему разу, если кто-то из вас продолжает, нужно будет прочитать предисловие к учебнику санскрита.
Файл я вам выдам для тех, тем более, у кого нет бумажных. Нужно будет прочитать предисловие. В следующий я раз помню, что... начнем с первого урока. Написано, что электронные нельзя. Тамара, вот в памяти. Я же могу да? закрыть глаза на первые две недели. Я надеюсь. Ну, на худой конец просто распечатайте это начало, и как бы, чтобы оно было хотя бы на листочках, то есть в смысле, чтобы оно было не электронно, потому что вы замучаетесь листать туда-сюда. Вы проклянете меня раньше, чем нужно. Потому что вы будете думать, что это неудобство связано со мной. Оно не со мной связано. Кого какие-нибудь вопросы? А то Тамара все спросит и другим никому не даст. У кого еще какой вопрос есть? Юрьевич, а вот я, кстати, ссылочку кинула на Озон, там ссылочка на учебник Кочергиной, 10-е издание, 22-го года выпуска. Можно 22-го так? Лучше нет, лучше 23-го. И мы как раз 23-го высылаем. В 22-м еще были опечатки. Лучше поновее. Угу. То есть можно, но лучше поновее. Потому что в каждом издании справляются ошибки. В издании 15-го года учебника санскрита было 700 ошибок. Это как противотанковые шипы. Это сделано для того, чтобы никто самостоятельно в России санскрит освоить не смог. Понимаете? Это мафия. Это сделано умышленно. А в учебнике 2020 года всего лишь 58 ошибок. Мне 22-й учебник выдали из... В 22-м гораздо лучше, там всего 20. Ничего. Что еще волнует вашу душу? Я понимаю, что некоторые из вас еще днем не подозревали о моем существовании, поэтому все, о чем я говорю, немножко неожиданно. Но простите. На 13-е занятие все равно вешаешься. На каком 13-м занятии? На 13-м занятии, в смысле, Вера Александровна, поясните, на каком таком 13-м занятии? Ада, это речь про 13-й урок из учебника Веры Александровны? Включайте микрофон. Именно? Да нет, 13-й это вообще легкотня. Трудно первые 5. Все остальное чепуха. Нет, 13-е не трудно. Я вам причиню такую боль к 13-м, что 13-й зайдет просто на ура. Поверьте мне, 13-й – это просто прогулка в летнем саду. Потому что к 13-му мы закончим уже 16 упражнение из МНО. А МНО – это сурово. Поэтому нет, 13-й урок вас не должен пугать. Бойтесь 28-го урока Кочергиной. Вот этого бойтесь. Не 13-го. Где взять нужный учебник? Главное, чтобы вы меня не потеряли. Если вы меня не потеряете, я вам все скажу. Все выдам. Что не выдам, тоже подскажу. В общем, ничего не бойтесь. Вам ничего не надо искать. Я вас сам найду, если потребуется. Вам ничего на стороне искать не надо. Вам нужно забыть, как я выгляжу и как меня называют. Это ваша единственная задача. Но если вы с этой задачей не справитесь,
то ничем вам не помогу. Скажите, а на занятиях про имена Вишну без знания санскрита делать нечего? Нужно хотя бы деванагари, нужно хотя бы деванагари, значит, выучить, то есть как бы первые 6 занятий все же потребуются. То есть есть занятия, на которых не требуется знание грамматики. Таких есть. Вот Рамаяну без грамматики читать невозможно. Ну, вот Ригведу без грамматики читать невозможно. А имена Вишну можно. Я правильно понимаю, что вы параллельно с вот этими занятиями про имена Вишну, параллельно с ними и как бы научную деятельность ведете, записывая, да, все это и как-то систематизируете? Совершенно верно. Да, то есть, совершенно верно. Как бы. Под прикрытием курсов. Я поняла. Совершенно верно. Как бы у нас как бы ничего не пропадает даром. А до Шивы еще не доходили, да? Мы Шиву прошли целиком. Имена Шивы мы прошли уже целиком за 2 года. То есть это все где-то записано, какая-то статья есть или что-то? Много всего чего есть, да. В аналах истории это есть. Мы за 2 года прошли имена Шивы, теперь проходим имена Вишну. И у нас были 2 группы. Одна группа, которая вставала в 4 утра, а другая, которая занималась вечером. Они вставали в 4 утра, потому что днем они работали, и днем им было некогда. И мы 2 часа занимались именами Шивы. Поэтому весь вопрос в мотивации. Этот перечень имен, тексты или из какого одного текста конкретно? Вишну – это из Махабхараты. А Шива… На Махабхарату. А Шива, не помню, по-моему, тоже из Махабхараты. Ну, то есть это не исчерпывающий перечень их имен, да, это вот, только вот ограничено произведением. Ну, как сказать, перечней больше, чем 1000 имен, не существует. Ну, а сравнивали там с Пуранами, я не знаю, там с чем-то? Конечно. Много они, же бывает, они бывают немножко разных редакций, но 1000 имен – это максимальный список для божества. Записи по именам Шивы есть. И я вам советую прослушать первое занятие по именам Шивы. Оно было изумительно, и оно доступно всем. На этом занятии были даны основные установки. И оно было проведено на скамейке, значит, на Заячьем острове, значит, в Петербурге. Вот. За те 2 часа, что не разрядилась батарейка ноутбука. Вот. В 2019 году было положено начало исследованиям имен Шивы. И за 2 года мы закончили. А где можно посмотреть? Значит, по всем вопросам вам необходимо мучить Екатерину. Меня мучает достаточно бесполезно, потому что я и так страдаю. Мне, например, до конца года в типографии надо сдать 5 книг. И я и так страдаю. Меня помучить можно. Екатерина, которая, значит, у нас куратор. Значит, я выдам на нее ссылку. Вот ее надо держаться. Она вас не потеряет. А я могу. Я такой. Вот у нас здесь я даю ссылку на нее. И ее держитесь. Так, нет, я послал не всем, а теперь пошлю всем этот коварный зум. Вот. То есть количество разных материалов, которые наработаны за 20 лет, много. Из самых разных областей. В этом я вижу наше преимущество над другими деятелями санскрита. Они более узконаправлены. Мы, конечно, не все охватили, но мы охватили многое. Да, то есть я, конечно, ничего не успел рассказать.
Ну, давайте хотя бы какие-нибудь еще. Тамара уже не может задавать вопросы. Кто-нибудь еще, значит, имеет какой-нибудь вопрос? Значит, скажите, пожалуйста. Тетради в клеточку. Большие тетради в клеточку. Да, как бы 80 страниц. В смысле, тетради, которые на спирали. А вот. Скажите, вы про такой учебник знаете? Наталья, у вас размытие фона, но я, кажется, уже понял, о чем вы говорите. Да, значит, не фона, в смысле, у вас размывается картинка. Значит, Эгенес – прекрасная книга. Эгенес – прекрасная книга. То есть ее тоже можно будет использовать? Можно. Да? Некоторые совмещают, некоторые отдельно. Некоторые сперва его, потом это. То есть как бы тут разные комбинации. Прекрасная книга. Хорошо, спасибо. Ничего плохого сказать не могу. Как бы в мире существует несколько десятков тысяч учебников санскрита. Несколько тысяч из них я изучил. Учебник не имеет значения. Я научу вас по-любому учебнику. Я вам более того скажу. Даже учитель не имеет значения. Ни учебник, ни учитель не имеет значения. Я вас могу научить по любому учебнику. Я вас могу без учебника научить. Мне все равно. Значит, и учитель, как бы, вам не повезло. Вот мне повезло с учителями, а вам нет, например. Поэтому, как бы, и то вы сможете. Понимаете? И то вы сможете. Потому что мне повезло. И я ухватил какую-то маленькую частичку того, о чем они говорили. Маленькую-маленькую. Я плохо понимаю грамматику. Но мне кажется, что через еще 20 лет я начну ее понимать. В общем, чтобы учить санскрит, надо жить долго. Поэтому вы не можете пренебрегать своим здоровьем. Поэтому вам придется, значит, внести кое-какие корректировки, потому что, как я говорю, мертвый ученик – это плохой ученик. Поэтому если вы преждевременно умрете, у меня будут проблемы. Я, получается, в вас вложу свое время и силы, и куда это все пропадет. Поэтому, хотите вы того или нет, вам придется жить долго. И, следовательно, скорректировать как бы и свой распорядок дня, и когда вы ложитесь, и когда встаете. И вот это все как бы будет связано. Значит, а чтобы понять, как, значит, санскритологу положено жить, надо читать вторую главу Аштанга Хрдая Самхиты, и там есть глава «Распорядок дня». Вот санскритолог, который к ней не приобщился, это фиговый санскритолог. Фиговый санскритолог умирает молодым. У нас 2 года назад умерло 2 санскритолога в возрасте 50 лет. Что такое для санскритолога 50 лет? Вот это только самый расцвет сил. Понимаете? Почему? Потому что они пренебрегали этим фактором. Вот. Поэтому Аштанга Хрдая Самхита, глава 2, распорядок дня. Попробуйте мне только не лечь после 11 часов вечера. У нас полдня. Сегодня не считается. Но после сегодняшнего дня вводятся строгие ограничения. В общем. У меня вопрос, мне, правда, страшно уже задавать. Тамара, нет, нельзя больше вопросов. Можно кому-то другому. Тебе надо отдельно сесть и вопросов. Ты можешь письменно обратиться. Я готов отвечать, но не сейчас. Пусть другие поспрашивают. А клетка нужна крупная или стандартная? Стандартная, не крупная. Так, спокойной ночи, правильно. Значит, все, да. Значит, какие-нибудь еще вопросы, кроме Тамары? Есть ли пунктуация? Сейчас, подождите. Вопросы раньше успеть. Так, есть ли пунктуация в Девнагре? Да. Так, это Тамара. Это хитрый жук. Я когда сказал письменно, имел в виду, значит, в каком-нибудь пространстве, кроме зуба. Нет, твой вопрос не отвечаю. Если мы умрем раньше времени, то и будем... хитрые какие жуки, значит, самое. Нетушки. А если вы не дойдете до, значит, 20-го урока Кочергиной, фиг вам, а не мир девов. Понятно? Так, Ксения чуть выше вопрос задала.
А клетка, нет, клетку вроде разобрали. Так, уже был я только подключил. Какую литературу вы можете порекомендовать по космологии? О, космология – это наше, как бы, одно из направлений. Мы специализируемся на космосе. Значит, но если я вам сейчас раскрою все тайны, значит, я вам могу подсказать одно место, скажем. Хорошо, я вам одну тайну раскрою. Одну. Одну по космологии. Сколько всего уроков Кочергиной? Тамара, не могу ответить на этот вопрос, понимаешь? Это твой вопрос, поэтому на твой не могу. Так бы ответил. А можно вопрос? Да, сейчас, секундочку, я сейчас выдам космологию и сразу после. Сейчас я просто потеряюсь. Так. Если интересна космология, я вам советую следить за теми книгами, которые я почти каждый день выкладываю. Существенная их часть касается космологии, на самом деле, мифологии, космологии, поэтому следите за каналом общества ревнителей санскрита. Туда я выкладываю книги, которые мы сами сканируем. Этих книг, в принципе, больше нигде нет. Вот в течение 20 лет я собираю библиотеку. Так, что там был еще за вопрос? Так, значит, что я упустил. Не спать, держаться. Так, кому я еще не ответил? Что я еще не сказал? У меня к вам вопрос. Вечер добрый. Добрый вечер. А у нас расписание получается два раза в неделю. Упаси Господи. В смысле, нет, когда я говорю два раза в неделю, я имею в виду, что у нас есть разное время, в которое вы можете вписаться. У нас как бы одно занятие в неделю, но просто вы можете выбрать. Вам удобно условно днем или вам удобно вечером? Или, может быть, вам не то неудобно, и надо вообще искать третий вариант. Я правильно нет, понял? Нет, я все, да, все правильно, да, но... А? То есть фактически можно участвовать во всех... Упаси Господи во всех, мы же будем повторять одно и то же. Так, повторение, мать учения. Так там маму будете вспоминать чаще, чем нужно, в смысле, стоит ли? Нет, в смысле, за все годы, значит, Андрей, бывали разные. Бывали люди, которые одновременно проходят, например, учебник Кочергиной и учебник Бюллера, то есть как бы сразу в двух грамматиках проходит. Но человека, который каждую неделю ходил бы на два повторяющихся занятия, у меня еще не было. Ну хорошо, время покажет. Один раз в неделю. Я понял. Хорошо. Этого достаточно? Пока да. Вот вы говорили про домашние задания, что будут домашние задания, ну а будут мы ли будем проверки делать... домашних заданий? Будете ли вы мы проверять? Будем проверять домашние задания в начале наших занятий. Устно, да? Устно. Каждого будете слушать, как он там что-то... Упаси Господи каждого слушать. Кого-нибудь несчастного выберу, и то того и будем слушать. Кому не повезло, того и выберу. Ну, в смысле, конечно, не каждого. Одного выберу. Кто будет выглядеть неуверенно, того и выберу. У кого все будет хорошо, того спрашивать не буду. Что еще? Бюллер. Бюллера мы начнем осенью, то есть в сентябре. Надо сейчас купить Кочергину или Бюллера, или и того, и другого сразу. По-хорошему и того, и другого, но Бюллер сейчас не продается, потому что его не купить, поэтому пока покупаем Кочергину. Но я вам дам, где ее проще купить, поэтому, в смысле, не тратьте время на поиски. У нас все есть, держитесь, Кати, не пропадете. Бюллер, понимаете, это перевод с русского на санскрит. Понимаете? Это засада. Это не с санскрита на русский, а с русского на санскрит. У
общем, это жестоко. Зубы, да, не, ну, нет, это возможно. У меня из Краснодара была ученица, которая за неделю прошла 12 уроков Бюллера. За неделю. У меня была другая ученица, которая за неделю прошла 5 уроков Кочергиной. То есть люди разные бывают. Но я рассчитываю на нормальных людей, которым эта грамматика дается трудно, языки даются трудно, все сразу забывается. Вот на нормальных людей. Не филологов. Что, замучила я вас? Могу задать вопрос? Смотри, если ты не Тамара, то да? Нет, я не Тамара. Хорошо ли это или плохо? Вы назвали какое-то очень длинное, непонятное мне слово. Я его даже записать не смогла. Аштанга Хрдая Самхита? Ну, про распорядок дня, да. Распорядок дня, да. Аштанга Хрдая Самхита. А теперь медленно можно, пожалуйста? Я напишу тебе сейчас здесь. Спасибо большое. Потому что даже с третьего раза я не смогу. У нас осталось последних 5 книг этого тиража. Этот тираж был в 16 году. У нас осталось 5 книг. Аштанга Хрдая Самхита. Как бы это уже касается, что касается аюрведы. Да? Как бы есть несколько людей, значит, которые в России, как бы каждый специализируется на своей области. То есть, если вам интересна медицина, то я вам советую подписаться на двух людей. На Андрея Головинова и Владимира Дружинина, если вам интересно аюрведа и вот это все. Вот. Значит, если вам интересна философия, древнеиндийская философия, то надо подписаться на Андрея Парибка. Значит, он единственный в России разбирается в философии. Вот. В общем, смотря кому что интересно. Екатерина, вопрос, наверное, был... То, если только в этом, то я, в принципе, на этот вопрос ответил. Я же на Гахардая Самхиту, да, я написал. Да, это только в этом вопросе стоял. Да. Нет, не Павенков, а Парибок. Вот. То есть есть люди, которые рассуждают про философию, а есть люди, которые понимают философию. Вот Парибок – единственный человек, который понимает индийскую философию, остальные рассуждают. Не понимаю. А про медицину вы сказали, Андрей Головинов? Головинов и Владимир Дружинин. А вот Раджендра Кумар еще советовал Субботялова. Субботялов тоже хорош. Но Субботялов не специализирован. Как бы Субботялов скорее практикующий врач, чем... Нет, Субботялов прекрасен. Но просто как бы вот в этой троице он был бы третий. Угу. Они с Дружининым, по-моему, вместе книги пишут. Совершенно. Писали. А, писали? Да. Писали. То есть смысл в том, что санскрит – это как бы некое пространство, в котором вы сможете найти то, что вам по душе. То есть в смысле, нам не обязательно всем любить грамматику. То есть вы не обязаны полюбить грамматику, как полюбил грамматику я. Тут хватает разных подвидов деятельности, которые можно увлечься. Марсис Юрьевич, а вы переводите Ригведу, вы переводите Ригведу, то есть толкуете ее. Ваше толкование когда будет издано? Никогда. Потому что я на сегодня уже взял на себя обязательство, Рамиль, по изданию около 20 книг, помимо тех 20, которые я уже издал. А иногда я просто хочу посмотреть на жену дома и не сидеть за компьютером. Поэтому некоторые вещи уйдут в никуда. Например, наш разбор избранных гимнов Ригведы. Но Ригведа жутко интересная. Вот сейчас, например, в следующем занятии мы закончим гимн творения мира. Она жутко интересная.
это ваша Ригведа. Очень хотелось бы ваше толкование послушать, посмотреть. Наше толкование опирается на грамматику. Оно глубоко грамматично. Мы пытаемся понять, как образовано каждое слово. Я слушала одно занятие, но... Ну, в общем, нужно некоторые грамматики. Это было тяжело, да. Без грамматики. И то, что ты говоришь тяжело, это еще не тяжело. Это было легкое занятие. Ну, что еще? Больше нет вопросов? Или вы просто стесняетесь их задать, потому что думаете, что мы не закончим сегодня ни по одному из времен, ни по московскому, ни по какому. Кто-нибудь еще? Какое-нибудь сомнение, расстройство, мучение? Я, конечно, могу бесконечно спрашивать, вот прямо сейчас вот по тексту. Вот прям по тексту не надо. Текст – это уже специфика. Нам нужно что-то общее. Единственное, могу смешное рассказать, что да. Прочитала в Аифе, там была статья одного журналиста, что на стихотворение Александра Пушкина, это 5-я глава Евгения Онегина, там был взят кусочек стихотворения, и детям предложено нарисовать на эти стихи, сделать рисунок. Вот, я тоже проэкспериментировала и брала все 4-е классы, и это же стихотворение, этот же кусочек им написала на доске и попросила, чтобы они нарисовали картинку. Вот, было довольно забавно. Я преподаю детям риторику, в смысле, мы с ними проделываем похожие штуки. Я им должен сказать, что дети вообще не понимают, то есть вообще не понимают, что там происходит. Я не знаю, на что рассчитана школьная программа, но дети вообще не понимают, что они читают. Вот, да, это был Пушкин. Вот, это был русский язык. Дети... Один ребенок из всех 4-х классов нарисовал картинку ту, которая была описана в этом стихотворении. Никто. Картинки получились веселые, могу поделиться. Это интересно. Давай я даже сделаю пост на эту тему. Я люблю такое. Я занимаюсь детьми. И я вижу, насколько дети... На самом деле, то есть их никто не учит учиться. Они просто гонят какие-то километры, и они вообще не понимают, как учиться. Вот у меня есть дети разных возрастов, и это просто какой-то мрак. И мы с ними что делаем? Мы с ними садимся и вслух читаем. И каждое слово, которое они не понимают, а они не понимают каждое второе слово, мы с ними разбираем. И они сидят и читают вслух. И мы останавливаемся на каждом втором слове. И вот несколько лет таких занятий, и дети становятся лучшими в классе. Просто чтение вслух с разбором. И мы с вами будем заниматься чем-то похожим. Мы будем медленно, медленно читать. То есть если вы хотите... Значит, реально сдвинуться с санскритом, вам придется его читать вслух. Хотя бы 5 минут в день, но читать вслух. Этот еще детский... бы, еще бы знать, как они это, как они читаются. Ты тут стараешься. Мамиль, с этим-то мы, допустим, разберемся. Допустим, как бы с этим мы прорвемся. Давай так. Ты уж так уж не расстраивайся. С этим мы прорвемся. В общем, чтение вслух – это какой-то волшебный инструмент. Он работает с детьми и работает с взрослыми. Да. Простой метод, но работает вообще безотказно. Поэтому будем читать вслух. Безотказно. Я не видел ни одного двоечника,
которого я не мог бы натянуть хотя бы на четверку. И вас натянем. Я могу вас отпустить. Я вас, в смысле, сейчас насильно не держу. В смысле, просто если вам что-то интересно, вы что-то можете задать, значит, в смысле, поговорить, потому что в следующий раз мы по душам сможем поговорить не скоро, то есть через 2 года. Поэтому... А мне казалось, мы каждый урок так говорим. Не совсем каждый. Ну, через раз. Особенно Рамиля сходит к Юле. Да, схожу к Юле. Да, у нас бывает клуб взаимопомощи. То есть ученики, которые перестают что-то не понимать, приходят к ученикам, которые уже что-то поняли. То есть ученики, которые 3 раза переслушивают занятия и ничего не могут понять, они идут к тем ученикам, которые уже что-то помнят. Это же хорошо. У нас есть разные чаты, как бы, да. Есть чат учеников. То есть, вот помимо нашего группового чата, будет чат, общий чат учеников. У нас есть разные тематические сообщества. По Махабхарате, Рамаяне, Ригведе, по каллиграфии Деванагари. Наш напевный санскрит. В общем, у нас уйма всего. Вот я сейчас выдам одну из ссылок. Я сейчас засыплю вас ссылками. Вы поймете все равно в лучшем случае половину из того, что я сейчас говорю, но вдруг случайно вы за что-нибудь зацепитесь. Ну, вот я еще прошу, пожалуйста, можно все вот, да. На доске рисовать? Потому что когда вы вот пишете, тогда вот понятно. А когда вот смотришь в книгу, там вот с какой стороны этот крючочек прикрепился? С правой, с левой? Вот вглядываешься, и ничего не понятно. Не я видно. Же пишу на доске. Подожди, ты сейчас говоришь так, как будто бы я на доске не пишу. Ты просто нет, вы пишите, просто постоянно пишите, ладно? Постоянно? Упаси Господи, значит, постоянно. Нет, я пишу первые 5 занятий, потом сами-сами. Ну нет, ну не мучайте меня. Это самое, нет, ну не Лигатура, например, напишите. Ну, нет. Лигатуру я тебе выдам, раскладку всех лигатур. Ну, наводи в справочнике справки. Упаси, Господи. Ну, ты что, хочешь меня замучить? Нет. 5 занятий, потом сами. Потому что некоторые непонятные. Разумеется, непонятные. Некоторые лигатуры будут непонятны первые 5 лет. И что? И поэтому мне писать каждый урок, все на доске? Они будут не понимать. Это так нормально. Надо же как-то, вы, как-то читать это, как-то же надо это читать. Аминь. Есть места, я тебе эти места покажу, и ты можешь задавать вопросы. И найдутся сердобольные ученики, которые тебе подскажут. Ладно, хорошо, договорились. Ты пойми, меня раздирают на маленькие кусочки. У меня есть обязанности. Обязанности. Например, вот эти 5 книг никто, кроме меня, не сделает. Поэтому с лигатурой ты спроси, значит, Олю. И Оля тебе подскажет, понимаешь? Как бы есть, как бы у нас дедовщина, понимаешь? Иерархия. Значит, иерархия. Значит, есть деды, к ним надо обращаться. Они могут немножко поизмываться, но все равно подскажут. Ксюша хорошо понимает, Алексей хорошо понимает. Ксюша прекрасно понимает. Она всегда готова помочь. Да, поэтому на самом деле это не проблема. От того, что я не отвечаю на каждый ваш вопрос, это не означает, что вы пропали. Есть иерархия? Я отвечаю на то, на которое другие не могут ответить. Видите, я так просила Господа, чтобы... А то я сижу с этими вот и вообще ничего. А тут раз и еще раз. Еще раз. Я такая, ура! Все. Значит, обычно я успеваю спросить, кто откуда. Но сегодня мы до этой части не дошли. Поэтому наш скайповский чат, значит, зумовский чат исчезнет, как только мы отсюда выйдем.
Скайповский чат пока будет наш основной чат. Поэтому вы все, что там напишите, значит, все-таки, кто вы и чем вы занимаетесь. Вот кое-кого из вас я уже немножко знаю, но так, весьма поверхностно. Поэтому мне же интересно, чем вы промышляете. Вот, поэтому в том зумовском чате напишите. Вот. Значит, я лингвист, занимаюсь языками, люблю санскрит. Больше сказать мне нечего. Значит, хотел быстро отделаться, быстро не получилось. Вот так и увязь. Кто еще? Давайте последний вопрос перед тем, как вы уснете. Значит, кто не боится показаться глупым? Можно вопрос? Да, какой у вас был инсайт вот, благодаря санскриту? Ну, вот каждый язык, вот вы говорили, да, что он активирует участок. Я тебе скажу. Я думал, да, умный. Я умный. Ну, вот когда мне было 20 лет, я думал, что я умный. Инсайт заключался в том, что я не умный. Но даже с этим можно жить. Просто надо трезво оценивать свое положение. Проблема в том, что когда ты неадекватно оцениваешь свое положение, вот тогда получается шизофрения. Да? Вот чтобы не доходить до шизофрении, надо адекватно оценивать свое реальное положение. Вот реальное положение мое, я думал, я умный. Оказалось, нет. Вот. Ясно, благодарю. Интересно. Я считал, что я уже ого-го присмотрелся, а оказалось. Так, будем уже потихоньку ложиться спать, потому что в 11 часов вы уже должны храпеть. Здесь, соответственно, у вас осталось 12 минут. Евгений, не смотри на часы, у тебя неправильный часовой пояс. Неправильный. Ничего не знаю. Тебе включен звук, я тебя не слышу. Так, хорошо. Значит, в скайповском чате, я пока вас не потеряю, мы будем дальше дробиться, члениться. В общем, что-то с нами будет происходить. Посмотрим, займет это неделю, две или три. Значит, не забывайте Катю. Не забывайте меня. Задавайте Тамара свои вопросы. Но в письменном виде. Не в зуме, в нормальном каком-нибудь чате. Вот. Я готов ответить на любые вопросы. Но не сейчас. Сейчас надо уже всем на боковую. Значит, вы большие молодцы, что выслушали меня. Возможно, встретимся еще раз. Как-нибудь, где-нибудь, кто знает. А какой у нас чат нашей группы? Я сейчас дам ссылку на скайповскую группу, которая сразу не должна исчезнуть. То есть, если вы отсюда нажмете туда, то вы не должны потеряться. Скажем так, в телеге у нас группового чата именно группы не будет. В телеге есть надгрупповой чат, то есть чат учеников. А частный чат, в смысле вот именно вашей конкретной группы, будет в скайпе. Маленькая ваша группа будет в скайпе. Средняя группа, то есть ученики, будут в телеге. А если вы хотите влиться в ряды всех русскоязычных санскритологов, то для этого есть еще одно место. Я вам его сейчас тоже дам. Вот здесь 2500 человек. И тут можно задавать самые глупые вопросы. В общем, не бойтесь. За умных вам все равно не сойти. Поэтому не скрывайте, что у вас есть. Просто не откладывайте. Вам все равно придется столкнуться с собой рано или поздно. Санскрит – это удобный способ с собой столкнуться чуть раньше. А ссылки, которые вы давали нам сейчас в Zoom, они же, как мы потом… Исчезнут через 5 минут.
Вот-вот. Именно поэтому, это пункт третий, я придерживаюсь скайпа. Скайп устарел, но мы тоже не первой свежести, поэтому мы друг с другом, в общем, хорошо сочетаемся. Вот. Вы начали поздно изучать санскрит. Будем делать, что возможно. Что успею. Вот не все Екатерина. Поздно. Екатерина начала вовремя. Почти вовремя. С небольшим запаздыванием. С небольшим. Я начал, когда мне было 21. Кажется. Что же вы раньше не сказали? Что надо в 21 начинать. В смысле, что рано еще? То, что уже поздно начинать. Нет. Поздно начинать по индийской системе. Я в 21, нет, даже не 21, я в 19 начала китайский изучать. Ну вот я знаю трех учеников, которые начинали вот в младенчестве изучать китайский. И китайский, и санскрит. Они, конечно, интересные чуваки, в смысле, у них мозг работает быстрее, чем у меня. Ну, то есть это такая программа максимум. Китайский и санскрит. Ну, китайский пока мы отложим, допустим. А вот санскрит... Значит, китайский надо учить быстро. Китайский или быстро, или никак. Санскрит быстро невозможно. Санскрит ну, только значит, медленно... китайского вы правы. Да, значит, санскрит только медленно и печально, а китайский только быстро. Два разных подхода. Китайский невозможно учить долго. Если долго учить, то можно его не доучить никогда. Ну, в том-то дело. То есть два принципиально разных подхода. Оля, значит, планирует жить долго. Так, сейчас расписание дня потом еще пришлет мне. Оля, посмотрим, значит, насчет планирует жить долго. Ладно, короче, будем разбираться совсем постепенно. Я рад вас видеть. Я не ожидал, что вас будет так много. А я рад и этому. Я был готов, что вас будет четверо. А, и мы тихо, спокойно, значит, будем грызть свой гранит. А вдруг нас будет 8 в следующий раз. Это было бы здорово. Значит, тогда до следующей недели. Если кому-то сейчас будет трудно, какая-то группа, наверное, начнется осенью, но она может начаться в такое время, которое вам может быть неудобно. То есть группа-то осенью начнется, а время может быть неудобное. Поэтому сейчас мы можем под вас, под кого-то еще подстроиться, куда-то сдвинуться, там полчаса туда, полчаса сюда, в общем, как бы мы более гибкие. То есть сейчас вы выбираете, а там уже будет не до особого выбора, там уже что будет. Ну что, тогда на сегодня вот 26 еще не спят, значит, человек выдержал мой монолог. Значит, ну что, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Стойкие оловянные солдатики. До свидания, спокойной ночи. Спокойной ночи.